This is the Dr. Pepper Championship Drive Game of the Week. Большой футбольный вечер на Viasat Sport. Viasat Sport HD продолжается, и наша следующая баталия в эфире – это центральное сражение всей этой недели. Вторая и пятнадцатая сеянные команды встречаются на наших с вами глазах. Матч уже стартовал между Алабамой и Миссисипи. Самое начало первой четверти, ну и команда Миссисипи сумела заработать 3 очка. Она воспользовалась ошибкой своего соперника. Ну и организовала, то есть после фамбла на возврате, очень коротком, она организовала на 15-ярдовой отметке соперника первый филгол сегодняшнего матча. Счет стал 3-0. Алабама считается с большим запасом, конечно же, фаворитом этого противостояния. Алабама к сегодняшнему матчу подходит, выиграв без проблем оба стартовых матча. В первой баталии против Висконсина мы с вами видели, как своего соперника сильного, посеянного под 20-м номером, обыграла команда Ника Сейбана со счетом 35-17. Сегодня соперник посерьезнее. Команда Миссисипи, которая пока еще не встречалась с сильными соперниками, но она зато против первых двух университетов соперников своих в этом сезоне, команд Теннесси Мартин и Фресно Стейт, набрала в сумме 149 очков. Это в среднем по почти 75 за матч. И вот такой результат, естественно, сейчас заряжает Миссисипи на еще один положительный исход в сражении с одной из самых сильных, а многие даже считают самой сильной командой студенческого футбола. Миссисипи Rebels сегодня постараются совершить еще одно чудо. Одно такое чудо команде удалось оформить в прошлом сезоне. В этом чемпионате история уже совершенно другая. Другая Алабама, немножко другая команда Миссисипи. Ну и вот, кстати, первая успешная атака, первая успешная комбинация в исполнении Алабамы, которая уже переводит команду Ника Сейбана через центральную линию. И через огромнейшего раннингбека Деррика Хенри идет работа команды на выносе. Хенри потрясающий атлет, который умудряется вот так вот на ровном месте добывать для своей команды большое количество ярдов в ситуациях, когда нужно играть максимум, там, падать на линии розыгрыша, либо зарабатывать один ярд. Он может пропихнуть 5, потому что он весит 115 килограммов при росте в 1,90 м, и при этом обладает еще и достаточно приличной для вот игроков такого, для игрока такого, таких габаритов скоростью, как стартовый, так и дистанционный. Последние 4 матча, 9 выносных тачдаунов. Потрясающая статистика. Его активно используют, и он не подводит команду Ника Сейбана совершенно. 3-1. Но вот опять же, через него, скорее всего, пойдет игра. Его остановить очень непросто, тем более с такой линии блока, которая есть у Алабамы. Но вот смотрите, удается прорвать переднюю линию, соответственно, вот этого блока команде Миссисипи. И захват был произведен примерно на линии розыгрыша. Вполне возможно, даже есть потери где-то 1 ярда. Вполне возможно, что команда Ника Сейбана продолжит атаку. 4-2 на чужой половине поля. Но не факт, что теперь это будет вынос. Потому что 1.5 ярда или 2 ярда – это все-таки не 1 и не 0.5 ярда. Ну что, расставляет нападение своей команды квотербек Купер Бейтман. Он сегодня выходит в качестве стартового. Бросок под первый даун. Но прекрасная оборона в исполнении Миссисипи. И останавливает команда соперника. Без шансов. Алабама спорить явно не будет. Таким образом, первый выход на позиции квотербека Купера Бейтмана вот в этом матче заканчивается ничем для его команды, хоть и переходит в центр поля после красивой пасовой комбинации, но отдают матч за мяч сопернику в районе 45-ярдовой отметки. Хорошая комбинация, но передача была не идеальной. Пришлось, по сути, останавливаться в воздухе ради того, чтобы поймать этот мяч звездному ресиверу Роберту Фостеру.
если бы по передаче была бы на ход, это был бы первый даун, и, может быть, даже еще и много-много ярдов после этой ловли сумел бы организовать Роберт Фостер. Однако Купер Бейтман ошибся. И вот теперь ответная атака и потрясающая первая передача, которую одновременно с ресивером Алабамы ловит лайнбекер, с ресивером Миссисипи ловит лайнбекер Алабамы Джо Регланд. Но это засчитанный прием, великолепная ловля. И тут же еще одна комбинация, но, правда, потеря мяча может быть здесь зафиксирована. Нет, судя показывает, что пас был вперед, поэтому это не фамбл, это только лишь незавершенный пас. Раннингбэк Джейлен Уолтон работал сейчас на коротком приеме. Очень быстро построились представители Миссисипи после своего красивого и быстрого паса. Вот Чет Келли, третий курсник, его оформил. Молниеносно пока играет команда Хью Фриза. 3-0 ведет. Уходит от Сека Келли. Передача в край. Ну, в общем-то, передача-то хорошая. То есть это комплит, это, по крайней мере, завершенный пас. И судья показывает, что 5 ярдов заработаны. То есть лучше, чем ничего. И хороший прием в исполнении Лакуана Тридвелла, третьекурсника. 25 подряд матчей он проводит с приемом мяча. Третий даун. 3-5 у команды Миссисипи на чужой половине поля. И передача не проходит. Перехвата тоже нет. Ну что ж, одинаковые получаются выходы в нападении у двух команд. И это звездный лайнбекер Джо Регланд. У этого парня Реджи Регланд. У него очень большие шансы попасть в Национальную футбольную лигу. То есть не просто попасть, а быть выбранным первым среди всех лайнбекеров. Внутренних лайнбекеров. Хотя он внутренний лайнбекер в Алабаме, получающий очень большую свободу при передвижении вперед. Его постоянно использует Ник Сейбан при давлении на соперника, на квотербека. То есть он не только тот, кто останавливает и захватывает выносящих, но он еще и прекрасно может блицевать, помогать своим более крупным партнерам по команде. Ну что ж, команды обменялись опасными драйвами, перейдя от центра поля, но заработать очков не смогли. Еще достается прежним, пока 3-0. ESPN College Football, brought to you by Buick, proud partner of the NCAA, and Furious 7, one crew, one last ride, now available on Blu-ray and DVD. Глубоко со своей половины поля команда Алабама будет начинать свой следующий драйв. Это официально уже третий драйв. Первый закончился фамблом, второй вот не был реализован только что на чужой половине поля. И вот теперь третий уже на своей. Опять Купер Бейтман. У двух квотербеков Алабамы, Джейка Кокера и Купера Бейтмана, нет пока такого, чтобы они прям вот застолбили за собой место 100% стартового. Потому что Кокер очень вроде бы неплохо смотрелся, и тем не менее у Купера Бейтмана была точность повыше. И, в общем-то, на этом можно сказать все. То есть у Джейка Кокера, если уж точность пониже, хотя бы средняя дистанция, средняя длина передачи повыше. Он более агрессивный квотербек. Но, опять же, это все к Нику Сейбану. Он перед началом еще этого сезона очень много говорил на эту тему. Говорил, что у него в команде играют, наверное, даже не 2, не 3, 5 квотербеков, которые реально достойны. В Алабаме других просто нет. Здесь все достойны. Соответственно, здесь есть квотербек, который будет наверняка стартовым в следующем сезоне. Но пока он еще слишком молод, чтобы о нем говорить как о номере 1 именно в этом чемпионате. Речь идет о первогодке Блейке Барнетте. 1,95 м, огромнейший парень, который там рекорды бил в штате Калифорния еще в прошлом сезоне. В этом году он первокурсник. Первокурсника ставит на позицию квотербека. Ну, как бы не любит такие ходы предпринимать Ник Сейбан. Ему нужно, чтобы его квотербек хотя бы в течение года изучал его нападение. И вот это то, что как раз делал
Купер Бейтман, который сейчас второкурсник. Ну, Джей Кокер, он вообще выпускник. Но они уже сейчас примерно одного уровня таланта квотербеки. Может быть, на это как раз ставка Ника Сейбана. То есть Бейтман не сильно уступает Кокеру и будет с каждым матчем только сильнее. А, например, в следующем сезоне уже, кто знает, может быть, и сохранит за собой место номер один. На третьем дауне передача точная, прямо под линию. Но судья показывает, что ярда или полуярда не хватает для того, чтобы заработать первый даун. Красивая, конечно, получилась передача. Вроде бы прямо на самой линии. Это огромнейший тайт-энд О'Джей Ховард. 1,98 м, 110 килограммов. Одна из самых больших целей на поле. Один из трех сильнейших тайт-эндов, которые пойдут в Национальную футбольную лигу, возможно, в следующем, соответственно, сезоне, в следующем году. Нарушение правил у команды Миссисипи, похоже, которая даст первый даун Алабаме. И вот поэтому так радуются здесь зрители домашнего стадиона Crimson Tide. Offside. Defense. Player got in the neutral zone, causing the offensive man to move. 5-yard penalty. First down. Да, Хью Фрис, я так понимаю, раздумал, к кому он предъявляет претензии. То есть, может быть, он предъявлял их своему координатору или представителю своей команды, игроку, который нырнул и получил офсайд. Но он, похоже, пытался все-таки с судьями больше в данной ситуации работать, потому что обычно без движения игрока такие офсайды не происходят. То есть движение игрока в нападении. А нападение двигаться не может. Но, возможно, там... То есть, как бы там, да, возможно, такая небольшая фишка. То есть, игрок, который владел мячом, например, центр, он как раз не двигался, но двигался мяч, который он держал своей правой рукой. И, может быть, он так чуть-чуть дернул мяч, сам при этом оставшись в статичном положении. И на это как раз реагировал защитник Миссисипи. В любом случае, это дало Алабаме первый даун. И вот уже запасной, вот тоже очень сильный раннингбэк Кениан Дрейк зарабатывает для своей команды 5 ярдов на первом дауне. Дрейк другой раннингбэк, другого типа по сравнению с Дерриком Хенри. Это более мобильный, всего лишь 1,85 м из 95 килограммов, крошечный парень. И вот что он делает. Зарабатывает прекрасно первый даун, уходит от двух захватов. И более того, флаг появляется на поле, причем опять не в пользу Миссисипи. Чувствую, сейчас Хью Фриз пойдет судью и драться. Только что у Хью Фриза были большие претензии к судье. И вот сейчас он прям рядом с обсуждением. After the play, personal foul, laid it out of bounds on the defense. Это старший из братьев Кимдичи, тоже звездный лайнбекер, лайнбекер-сейфти Дензел Кимдичи, номер 4. Вот здесь вот он немножко толкнул Кениана Дрейка уже, когда Дрейк был за пределами футбольного поля. Но на самом деле в этом есть, конечно, смысл. Все-таки честную игру никто не отменял, и вышел уже за пределы поля Дрейк, получил удар в спину и получил за это 15 ярдов коллектив Миссисипи. Вот уже в центре поля Алабама. А другого суперзвездного защитника Роберта Нгимдичи под пятым номером мы вот сейчас как раз видим. Вот этот парень, это вообще суперталант. Это безумнейший, перспективный мега-игрок. Defensive tackle, который бегает со скоростью чуть ли не ресивера, не то что лайнбекера. Вот он прорывается сквозь двух игроков соперника. Захват с потери ярдов. Роберт Кимдичи, без сомнения, самый сильный защитник, который пойдет в НФЛ, возможно, пойдет в НФЛ после окончания этого сезона. Он третий курсник, но он уже всем все доказал. Его остановить в одиночку совершенно невозможно. Прекрасная тем временем передача от Купера Бейтмана. Первый даун зарабатывает команда Алабамы. И это ресивер Эрдериус Стюарт, второгодка. В полете с сопротивлением соперника ловит для своей команды эти 15 ярдов. Да, увидел все быстро и просто Купер Бейтман. Его
Партнер по команде вовремя повернул голову. У Бейтмана 6 из 6. Вот опять же про точность мы говорили. Но Бейтман изначально куда более надежный, куда более аккуратный квотербек, чем Джей Кокер. Это не всегда хорошо в американском футболе, потому что двигаться вперед там по 2-3 ярда на пасе, это тоже в этом особенного смысла нет. У Джейка Кокера, в принципе, в этом чемпионате, вот на старте этого сезона, лучший показатель средней длины паса. Он не боится бросать более длинные передачи, хоть они, естественно, менее точные. Но в большой картине это обычно приносит результат, обычно приносит пользу той команде, которая решает так вот как бы рисковать. Третий даун и 9 ярдов. Кордариус Стюарт был адресатом этой передачи. Даже если бы он этот мяч поймал, ничего бы, скорее всего, это его команде не принесло. Интересная комбинация, вот при которой никто не смотрел на то, куда побежал Купер Бейтман. И в следующий раз, вполне возможно, команда Алабамы решит такой же трюк сыграть. И уже в этот раз побежит с мячом сам Бейтман, сам квотербек. Теперь уже это фальстарт. Команда Миссисипи получает плюс для себя в защите. Прекрасная работа команды. Звездный координатор нападения и заодно тренер квотербеков Лейн Киффин, бывший тренер университета Южной Калифорнии, у которого был небольшой вояж и в футбол профессиональный. Был он главным тренером команды Окленд Рейдерс, не очень успешно 2 сезона. Но, насколько я помню, вот когда он был как раз главным тренером, тогда был вопрос о выборе на драфте 2008 года Джамаркуса Рассела под первым номером. И Джамаркуса Рассела не очень хотел видеть в своей команде Лейн Киффин. Он хотел выбрать под первым номером ресивера, что было, в общем-то, достаточно странно, да, то есть ресиверов выбирать под первым номером можно только если это реально гениальный ресивер, который уничтожит просто всю национальную футбольную лигу, там будет уничтожать ее 10 лет вперед. Но так вышло, что вот именно тогда, да, это был драфт 2007 года, и вот именно тогда, вот в 2007 году, пришел, наверное, как раз вот самый сильный ресивер, способный действительно все уничтожить, и который до сих пор остается очень опасным. Это Келвин Джонсон. Его взяли под вторым номером Detroit Lions, а Окленд Рейдерс взяли Джамаркуса Рассела, ну и, соответственно, прогадали с ним больше, чем кто бы то ни было еще с выбором квотербека в последние 15 лет. Алабама заставляет соперника начать драйв глубоко на его половине поля, но при этом пока без набранных очков Crimson Tide. Середина первой четверти. По-прежнему филгол, заработанный после фамбла командой Миссисипи. В начале это единственные набранные очки. Вот то, что делает великолепно передняя линия защиты команды Алабама Crimson Tide. То есть здесь есть и блицующие лайнбекеры, и потрясающие линейные. Вот нам показывают справа Реджи Регланда. Это внутренний лайнбекер, который, тем не менее, активно занимается работой на блице. Ну и вот так сейчас прижимают Crimson Tide своих соперников к своей эндзоне. Всего лишь 2 ярда отделяет Миссисипи от сейфти потенциального. Ну и попытается не допустить ошибку сейчас квотербек этой команды Чет Келли. Первая выносная комбинация от Миссисипи. Зарабатывают где-то ярд полтора. Хорошая работа передней линии блока. Сумели продавить они мощнейших линейных защитников Алабамы. Вот пока в сезоне, опять же, нападение Миссисипи в среднем за розыгрыш зарабатывает 9,5 очка. Неудивительно, что у команды 75 очков средняя результативность. Но это, правда, 2 очень слабых соперника. Естественно, Алабама — это команда чуть-чуть другого калибра. Прекрасный вынос. Сумели обмануть, в первую очередь, своих соперников во время этого выноса Ole Miss Rebels. И Джейлен Уолтон пробегает до первого дауна. Первые действия его команды
Уолтон в первых, соответственно, двух матчах зарабатывает для своей команды 103 ярда. Больше всех в команде. И два тачдауна. И два тачдауна также на выносе заработали еще и сам квотербек Чет Келли и Юджин Брезли. Опасный получился момент, который мог превратить это положение в очень приятное для защиты Алабама Кримсон Тайд. То есть мог быть еще один перехват. Но пока просто сбивают высокие линейные, вот эти вот низкие передачи. Делвин Томпсон это был. И здесь совершенно без шансов. Сайрус Джонс, звездный корнербэк, уничтожает ресивера. Да, и Джейлен Уолтон даже отмечает мощный захват своего соперника. То есть ему, видимо, было не очень больно. Это хороший захват, очень чистый, без какой бы то ни было грубости. Просто мощно останавливаешь соперника, без продвижения. Сайрус Джонс очень хороший корнербэк, один из сильнейших корнербэков в студенческом футболе. И надеется попасть в Национальную футбольную лигу тоже вот в одном из первых раундов. Входит в десятку сильнейших корнербэков. 3-11 на своих 14 ярдах у Ole Miss Rebels. И сека нет. Уходит Келли от захвата, от другого. И ух ты! Пролезает 15 ярдов, зарабатывает в такие маленькие щели. Джо Келли протаскивал свое тело. Чет Келли и добрался в итоге до первого дауна. Казалось бы, здесь вот бесперспективная ситуация. Однако каким-то образом он ушел от всех лайнбекеров. В том числе от караулившего его лайнбекера Рубина Фостера. Великолепного тоже. Одного из сильнейших молодых. Правда, еще пока не готовых к НФЛ, потому что всего лишь второй курс университета. Но в любом случае уже в самое ближайшее время тоже пополнит ряды Национальной футбольной лиги. Второй и 5. Уолтон зарабатывает еще 3-4 ярда. Будет третий даун, короткий у его команды. Помимо Уолтона здесь есть еще раннингбеки, которые способны именно потолкаться. Все-таки Джейлен, он юркий, очень маленький. 1,72 м его рост. Он очень быстрый, очень подвижный. Но, возможно, сейчас нужен другой раннингбек команде Ole Miss. Пока 3-1. Всего лишь один ярд нужно пройти. Уолтон, вот она как раз, вот он недостаток массы сказывается. Может быть, был бы здесь на его месте раннингбэк весом около 100 килограммов. Это была бы другая история. Но останавливают Джейлена Уолтона. Четвертый даун, 4-1. Играют глубоко на своей половине поля. Не знаю, будут ли рисковать. Посмотрите, тоже вот показательный момент. Команда Миссисипи выставила трех ресиверов с правой стороны, как бы намекая на то, что это будет пасовая комбинация. И играл Джо Келли, как бы, вот Чет Келли играл как бы в шотгане, но не удивили этим. Не купились на это представители Алабамы и выделили очень мало защитников на ресиверов. Соответственно, пант придется пробивать команде Ole Miss. Пант не очень далекий, всего лишь... Вот на отметке 28 ярдов удается его поймать. То есть относительно короткое поле после этого панта будет у Алабамы. Ну и Кримсон Тайд пока без набранных очков в этом матче. Квотербек Чет Келли, совсем еще неопытный молодой человек, который проводит уже свой третий сезон официально, но он до этого начинал в университете Клемсона. И в Клемсоне был запасным квотербеком, естественно, под Таджем Бойдом. И вот, соответственно, он получает свою новую возможность попробовать себя в качестве старта квотербека команды Миссисипи. У него пока все здорово, конечно, с пасом. Статистика замечательная, 73% точность, 600 ярдов за два матча, 6 тачдаунов. Но... Естественно, это два очень слабых соперника. Никогда Чет Келли не играл в матче
в котором его команда решала бы такую большую задачу. Дерек Хенри, великолепный вынос от мощнейшего раннингбека, зарабатывает для своей команды он около 15 ярдов и приближается опять к центру поля команда Алабамы. Хенри поставили удивительный тут коридор, конечно, создали для него отличные блоки. Ну и Дереку ничего не оставалось, кроме как преодолеть большое количество ярдов. Хотя вот захват тоже отмечаем прекрасный. Совершил номер 15-й defensive back Кендариус Вебстер. А вот этот вынос уже не приносит Алабаме нужного результата. Все тот же Вебстер. Еще один захват. Прекрасная работа в защите. Меньше полутора минут до окончания первой четверти. У Алабамы все здорово. Команда идет с нулем в графе набранные очки. Но, правда, она не пропускает. Это, в общем-то, хороший момент для команды Ника Сейбана. 2-10. Дерек Хенри. Может быть, опять через него пойдет работа. Он настоящий конь. На нем можно впахивать столько, сколько нужно. И вот он зарабатывает для своей команды около 7 ярдов на этом выносе. Еще один короткий третий даун. Но с третьими даунами сегодня у обеих команд большие проблемы. Да, вот не очень повезло, конечно, бедному Кендариусу Вебстеру. Все-таки по габаритам он очень сильно отличается от Дерека Хенри. Хенри 190 сантиметров и 115 почти килограммов. А вот Вебстер всего лишь 108 сантиметров, около 85 килограммов его вес. И, естественно, когда ты три раза подряд останавливаешь такого соперника, тебе будет непросто, в первую очередь больно. Но сам покидает поле Вебстер и, может быть, в ближайшее время еще вернется, чтобы поработать в защите. Великолепная работа Роберта Фостера, который сумел в этой сложной ситуации дать своей команде необходимый результат в виде большого первого дауна. И вот к вопросу о том, как действует Купер Бейтман, что он слишком аккуратен. Нет, он нормально. Он тоже способен совершать большие розыгрыши тогда, когда это его команде нужно очень сильно. Ну и тут же выносная комбинация через Дерека Хенри, который зарабатывает примерно 4 ярда. Вот на этом заканчивается первая четверть. Всего лишь 3-0. Были шансы у обеих команд, но пока защиты преобладают. Алабама вторую четверть начинает с тем же квотербеком. Нам уже не в первый раз показывают готового, если что, выйти со скамейки Джейка Кокера. Но все-таки Купер Бейтман 8 из 9. Вот он добавил великолепный длинный пас к своему резюме в сегодняшнем матче. Еще один далекий пас, но вот уже в тройное прикрытие. Такое ощущение, что бросал просто так.
Авось повезет. Флаг на поле. Келвин Ридли был адресатом. Нарушение правил пока непонятно, в чью пользу. Защита команды Миссисипи нарушает правила, что приводит в восторг публику в Алабаме. Захват за маску и нарушение, соответственно, которое стоит 15 ярдов, которое дает очень хорошее положение Crimson Tide. Да, корнербэк команды Ole Miss Rebels Тони Бриджес нарушает правила. Третьекурсник, местный парень, который подвел свою команду. Причем это такой редкий момент, когда нарушение было в начале розыгрыша. И вот в начале забега и первое еще во время первого контакта между корнербэком и ресивером. Какая там свалка между игроками. Там наверняка сейчас хорошие разговоры идут. Но без каких бы то ни было ярких конфликтов. И Деррик Хенри дает своей команде около полутора ярдов на этом выносе. Алабама приближается к эндзоне соперника. Но Алабаме, естественно, не нужны филголы, к Алабаме нужны тачдауны. Crimson Tide в своих первых двух матчах набирают не так уж и много. Средняя результативность... Ух, почти что перехват здесь был. Средняя результативность пока всего 24 очка. Но главное, конечно, это то, что Алабама не пропускает. То есть она... Ну, не 24 очка, там средняя результативность 36, но пропускает команда мало. То есть вот 17 очков она пропустила всего лишь в первом матче от Висконсина, от посеянного под 20-м номером Висконсина. И пропустила всего десятку от команды Middle Tennessee State. 3-7. Купер Бейтман. Только что его пас мог быть перехвачен. Теперь он должен принять какое-то более верное, более взвешенное решение в начале второй четверти. Ищет варианты, бросает на первый даун и попадает в первый даун. Оказался вот буквально в нескольких сантиметрах от соперника на свободном пространстве Ричард Мулини. Ресивер, третий курсник, и получил этот пас. Мощный, своевременный, хороший пас от Купера Бейтмана. И до эндзоны теперь всего лишь только 2,5 ярда. Естественно, через выносы Деррика Хенри пойдет работа, но к этому была готова команда Миссисипи. И хороший захват, причем сорвались со своих позиций два не самых крупных защитника. То есть два таких, ну, по габаритам сейфти. Считаются здесь они дефенсив-бэками, лайнбекерами в этой команде. Ну вот захват оформил Тони Кунер. 1,85 м, 95 килограммов. Второй гол. Это же позиция. Меняет положение своих блокирующих Купер Бейтман. И к этому розыгрышу оказались прекрасно готовы. Это великий Роберт Кимдичи. Соперника останавливает, заставляет его потерять примерно столько же ярдов, сколько написано у него на спине. Прорыв моментальный. Никаких шансов совершенно не было у ресивера Келвина Ридли в этой ситуации дать своей команде какие-то положительные ярды. И теперь длинный третий даун после работы Кимдичи. Если Кимдичи продолжит прогрессировать, то вполне возможно, он будет претендовать на звание потенциального первого номера драфта. Потому что это человек, который действительно серьезные задачи решает. И который точно будет выбран в первом раунде. Но кто знает, опять же, первый пик — это все-таки уже отдельная история. Он попадает по своему ресиверу в этой ситуации Бейтман, но все-таки очень далеко было до первого дауна. Великолепно защищается команда Миссисипи, и Алабама только лишь сравняет счет, если попадет филгол. Выходит спецкоманда Crimson Tide. Ну и Ник Сейбан общается с Лейном Киффином сейчас, координатором нападения, чтобы определить, какие ошибки были совершены и что можно сделать для того, чтобы эту историю изменить в лучшую для Алабамы сторону. Адам Гриффит. Совсем недавно мы познакомились с историей этого молодого человека, кикера Алабамы, у которого пока в сезоне отличные цифры. 0 из 4. Ни разу не забил. Но 20-ярдовый филгол обязан попадать. Если нет, для него сезон закончился. Но попадает. Хоть и напряженный такой получился удар. Прямо
в штангу практически мяч летел. Ну, про него опять же тоже поговорим. Если кто-то не видел наш сюжет, посвященный его жизни, его прошлому. Но чуть-чуть попозже. Пока очень напряженный футбольный матч. И счет в этой баталии 3-3 становится. Игра Роберта Нкимдичи и защиты команды Миссисипи пока на первом плане. После возврата начального удара весьма неплохое положение у команды Миссисипи. За 30 ярдов удалось команде пролезть. Но вот теперь как будет действовать Чет Келли? А он грузит очень хорошо своего ресивера. Но немножко не сработало. Эта комбинация. Уилл Истер бежал. Оторвался от всех своих соперников. И вроде бы никто его не трогал. Но он сам немножко не добежал до этого мяча. Прям вот миллиметров не хватило, чтобы оформить очень большой розыгрыш. Но, честно говоря, было ощущение, что все-таки больше ресивер виноват, чем квотербек. Чет Келли оформил хорошую передачу. 3-10. Теперь нужно 10 ярдов пройти. Тут же блиц с участием 6 игроков Алабамы. И неточная передача. Из-под этого большого давления придется бить пант. Сейчас команде Юфриза. Небольшой конфликт между игроками был быстро разрешен судьями. Ну и Чет Келли отправляется еще общаться со своим координатором нападения. Сайрус Джонс, корнербэк на возврате у Алабамы. Удар очень короткий, который Сайрус Джонс вот так вот решил поймать. И убежать ему далеко не удастся. Он потерял в итоге ярды. Решил сделать слишком многое. It's a one-of-a-kind tradition. And Jaguar. See the new model year lineup at JaguarUSA.com. Кеннион Дрейк. Через этого раннингбека, похоже, будет строиться пока игра Алабамы. И вот его работа на первом дауне. Немного он приносит, примерно 1 ярд. К выносам сегодня своих соперников хорошо готовы представители Миссисипи Rebels. И Лейну Киффину сейчас нужно будет искать что-то новое, чтобы вывести игру своей команды на
более высокий уровень. Пока то, что есть, не особенно работает. Перехват примерно в центре поля. И даже возврат будет какой-то у команды Миссисипи. До 40 ярдов добегает перехвативший этот мяч корнербэк. Ошибка Купера Бейтмана. Ну и Трей Олстон зарабатывает для своей команды очень хорошее положение. Не только потери у соперника, но еще и хорошее положение для команды Миссисипи в нападении в середине второй четверти этого матча. И вот то, что делает в этой ситуации сейфти. По сути, переключается корнербэк в позицию сейфти. И передача, которая летела в никуда, была очень легко поймана этим дефенсив-бэком. Ну и Купер Бейтман. Ох ты, какой жесточайший удар на блоке он получил от Дензела Кимдичи, от старшего брата Кимдичи. Удар, конечно, чистый, но очень мощный, очень неприятный. Очень хорошую поддержку сейчас оказывают представители зрительского корпуса команды Alabama Crimson Tide. И вот первый гол. Долгожданная, успешная работа команды на выносе в первую очередь. То есть это то, что требуется в самое ближайшее время. Улучшить свою игру на выносе, чтобы шансов на победу против Алабамы было еще больше. Первая передача, почти что тачдаун. Всего лишь в полуярде оказывается нападение Миссисипи от тачдауна. Прекрасная работа ресивера Куинси Адобайео. И, по идее, выносная комбинация через, ух ты, какого, да, более мощного раннингбека, но не снискавшего здесь никакого успеха Джордана Уилкинса. Великолепная оборона Алабамы. Еще один звездный защитник Джерон Рид, дефенсив лайнман. Так, уходит Чет Келли, уходит квотербек. Сейчас будет бегающий квотербек, видимо, получать большое количество блоков и надеется нырнуть. Попытается Ол Мисс таким образом тачдаун заработать. И квотербек Райан Бьюкеннон, его типа не жалко, 100 килограмм мяса, которые сейчас попытаются заработать тачдаун и вывести команду вперед на 7 очков. Вот интересно, что выходит даже Роберт Нкимдичи работать линейной защиты, выходит работать нападение, помогать будет своей команде в этой ситуации что-нибудь придумать. Да, вот Роберт Кимдичи отмечает с Кир Хербстрит, работающий на сегодняшнем матче со стороны ESPN. Он похож на такого типичного раннингбека, который становится от каждого года все больше и больше. То есть вот он сначала в школе, он такой высокий, хлюпенький, потом он все больше и больше килограмм набирает. И вот он подходит к университету в совсем какой-то сумасшедшей форме. Это вот то, что как раз сейчас мы с вами наблюдаем, вот этого парня. Третий гол именно на Кимдичи сейчас будет работать в нападении. Но посмотрим. В любом случае, бегающий квотербек. И все внимание к блоку, к линии. И вот Кимдичи сам пошел. И что, похоже, не хватает. Ему показывает судья, что четвертый даун пока. Это первое решение. Это четвертый даун. Но не факт, что команда Миссисипи на этом остановится. Возможно, она захочет реализовать. Но вот Кимдичи не сумел своей команде дать этот шанс. Не сумел заработать тачдаун.
огромнейший defensive tackle, который пришел поработать сюда вот тут на такой нестандартной для себя позиции. Ну что, еще один. Четвертый даун. И что, четвертый даун. Четвертый и полярда. Как здорово разыграли. Никто не ожидал такой подставы. И раннингбэк Джордан Уилкинс пошел не туда, где стояли все. Алабама пропускает тачдаун, долгожданный, после еще одной своей ошибки. Первая ошибка не стоила Алабаме тачдауна пропущенного. Там был всего лишь пропущенный филгол. Здесь уже более серьезное наказание. Вот такая ошибка Купера Бейтмана, квотербека, приносит Ole Miss первый тачдаун в сегодняшнем матче. Вопрос теперь, будет ли менять наставник Алабамы Ник Сейбан своего квотербека. Центральный матч третьей футбольной недели студенческого чемпионата. И команда Алабамы, ведомая Ником Сейбаном и координатором Лейном Киффином, пока не знает, как играть в атаке. Это удивительно. Ну, то есть, Ник Сейбан-то ответственный в первую очередь за защиту, но он очень многое понимает в нападении. А уж Лейн Киффин так вообще является одним из сильнейших в футболе специалистов по атакам. Но его команда пока только 3 очка набирает в атаке за полторы четверти. И Купер Бейтман, квотербек стартовый на сегодняшний матч, смотрится, ну, как бы не очень. Не фонтан. Посмотрим, что изменится. Изменится ли. Команда Ole Miss зарабатывает мяч. Тачдаун не засчитан. То есть еще одна потеря. Третья в первой половине потери для Алабамы. Опять на возврате. Кеннион Дрейк был на возврате этого начального удара. И, казалось бы, ситуация не предвещала никакой беды. Однако беда случилась. Вот он, Дрейк. Вот он оббегает партнера по команде, который потерял шлем. Врезается в него соперник. И Дрейк теряет мяч. Чистейший фамбл. Чистейший фамбл, на который в первой реагирует команда Миссисипи. Она добывает для себя мяч. Феноменальная работа. Очень быстрая реакция. Да, может быть, если бы партнер по команде Кеннина Дрейка не потерял бы шлем и не пришлось бы его оббегать, надеясь не попасть ему головой, ногой в колено в голову, может быть, все было бы гораздо проще. Передача в эндзону и шанс на тачдаун. Нарушение правил 15 ярдов. Это была работа один на один дефенсив-бека Минки Фицпатрика, который нарушил правила. Первогодка подвел свою команду и плюс 15 ярдов. И вот уже вплотную к эндзоне приблизится команда Миссисипи после этого нарушения. Да, у Миссисипи все получается. Опять же, 3 потери спровоцировали в первой половине. Опять же, стоит помнить о том, что Алабама проигрывает, в принципе, очень редко в футбольных матчах. Она любит всех своих соперников оставлять на голодном пайке. Но Алабама в прошлом сезоне проиграла вот этой команде Ole Miss. То есть как бы не этой, прошлогодней, там и квотербек был другой, и история была немножко другой. Но все-таки это было поражение именно от Rebels в напряженном матче. Команда, ведомая квотербеком Бо Уоллесом, оказалась сильнее. В первую очередь в том матче все было здорово в обороне. 23-17 у себя дома победили Rebels на 5-й неделе. И Бо Уоллес в том матче сыграл здорово. У Алабамы было не так все хорошо в атаке. Квотербеку Блейку Симсу пришлось там попотеть, чтобы хотя бы 200 ярдов заработать. И он бросил один перехват без единого тачдауна. На выносе Ти-Джей Йелдон, раннингбэк, 120 ярдов. Это тоже ни к чему большому не привело. Просто история теперь заключается в том, сможет ли Миссисипи стать первой командой за очень долгое время, которая обыграет Алабаму в 2 матчах подряд. Второй гол.
Тайм-аут берет команда Миссисипи, хочет увериться, хочет быть уверенным в том, что его команда заработает тачдаун Q-Freeze, и поэтому жертвует одним тайм-аутом в середине второй четверти. Второй и гол у Ole Miss. Положение хорошее, команда обязана выходить из него с еще одним тачдауном, до эндзоны всего лишь 5 ярдов. И для этого даже был взят тайм-аут, чтобы точно тачдаун заработать. Посмотрим, какая это будет комбинация, пасовая или выносная. Второй гол. Сайрус Джонс против очень высокого ресивера. И очень сильного, кстати, ресивера команды Миссисипи Лакуана Тридвелла. 1,88 м. Джонс поменьше. Пасовая комбинация. В бросок туда именно. Но при этом кто-то из игроков, в общем, даже не понятно, какой команды, рукой сбивает эту передачу. Вот нам показывают вышедшего на этот перехват лайнбекера Дилана Ли. Но такое ощущение, что даже там один из своих партнеров по команде мог в кавычках помочь. Третий гол. То же самое. 4 ярда до эндзоны. Квотербек Чет Келли. Квотербек с очень интересной судьбой. И бежит он в тачдаун. И он, ох ты, какой тачдаун зарабатывает. Ныряет в эндзону. И это 4-ярдовый вынос Чеда Келли. Это внук легендарного квотербека. Не внук, а племянник легендарного квотербека Buffalo Bills. Соответственно, который выходил 4 раза подряд в Супербоул с Баффало и 4 раза подряд проигрывал. Это, в общем, достаточно, ну, достаточно веселая, конечно, история. Джим Келли попал в зал славы. Его многие считают одним из сильнейших квотербеков в истории, хотя он так остался без чемпионского перстня. И у него была очень интересная история вот у Чеда Келли, когда он, уже будучи бывшим игроком Клемсонского университета и вот уже переходя в другую команду, подрался в баре, серьезно, причем подрался в баре в Баффало, где как раз сейчас и живет Джим Келли, его, соответственно, его дядя. И там даже сообщается, что не только то, что он подрался там с двумя какими-то тоже подвыпившими людьми, так он еще и стрелял из автомата АК-47. Но, правда, его адвокат отвергает какие бы то ни было обвинения. Но вот ничего серьезного ему в итоге не светило в той истории. А вот сейчас он уже является квотербеком этой команды, команды Mississippi Rebels. И неплохо смотрится этот племянник Джима Келли. Итак, отличный розыгрыш, отличный вынос от Чеда Келли. Его команда вырывается вперед 17-3. Для Алабамы это большой шок. Алабаму, конечно, со счетов не сбрасываем. Эта команда достаточно талантливая, чтобы обыграть любой абсолютно университет первого дивизиона, причем за любой отрезок времени. Но положение, конечно, у Алабамы впервые за долгое время, впервые с прошлого сезона, очень непростое. Потому что в этом сезоне таких тяжелых матчей у Алабамы еще не было, естественно. В прошлом сезоне, естественно, в финале поражение от команды Огайо Стейт. Ну а если брать регулярный чемпионат, то непростые матчи были против Миссисипи Стейт, когда выиграли 25-20 против LSU Tigers. Традиционно непростой матч. 20-13 против Теннесси команда на выезде чуть не проиграла. Ну и, соответственно, поражение было от Миссисипи. 17-23. Два поражения в прошлом сезоне. И вот одно из них было в регулярном чемпионате. История пока повторяется. Шесть минут 43 секунды. Времени еще достаточно, чтобы изменить всю эту вот футбольную историю. Да, вот интересную статистику приводит телеканал ESPN, что в последний раз, в принципе, уступали 14 очков своим соперникам в течение матча, когда вот в первой половине, когда квотербеком еще у Техаса Эндем был Джонни Манзел, и когда вот Джонни Манзел устроил показательное выступление именно против Алабамы, и суперзвездная защита Алабамы ничего не могла поделать с его импровизацией, с его вот статусом свободного художника, который творил все, что хотел. И он действительно творил все, что хотел. Ну, Алабама теперь с отметки 25 ярдов в своей половине поля начинает. У Алабамы 3 потери в первой половине.
это очень большой результат, очень негативный. И квотербек новый. Да, как мы и предполагали, смена квотербека произошла. И Джей Кокер. Но Роберт Нкимдичи. Третий захват с потери ярда в сегодняшнем матче. Что за игра от лучшего защитника своей, его команды и одного из лучших защитников студенческого футбола в принципе. Еще в прошлом сезоне Роберт Нкимдичи, который со своим братом тоже предпочитал, вот как и Чет Келли, вот там с кем-нибудь подраться в баре. У них несколько раз уже были в течение их жизни даже парные обвинения в, соответственно, насилии там в общественных местах. Так, Джей Кокер, передача. И он перебрасывает своего ресивера и даже почти попадает в руки корнербека. Очень здорово играет сегодня защита Миссисипи Rebels. Ну и, кстати, тоже давайте отметим, что Rebels, в отличие от Алабамы, они потерь-то не совершают. Они играют очень надежно, они контролируют мяч. Не дают сопернику ни единого шанса завладеть мячом просто буквально вот на ровном месте. 3-11. У Джейка Кокера первый тяжелый третий даун. 6 минут до завершения первой половины. Кокер. Передача в край. Хорошая передача. Хороший первый даун. Это поможет Алабаме определенно вернуться в сегодняшнюю встречу. Ричард Молани зарабатывает для своей команды этот первый даун. Кокер. Хорошее время ему дают. Но опять он очень сильно перебрасывает партнера по команде. Странно, потому что его никто не крыл. Линия блока сработала абсолютно идеально. Дали ему 3 секунды. И в километре никого не было из его соперников. И тем не менее, только вот такое завершение этого розыгрыша. Возможно, что другого такого момента, другого такого прекрасного блока уже не будет на этом драйве. Дерек Хенри зарабатывает около 5 ярдов. Теперь будет третий даун. И примерно столько же остается до первого. Но пока еще далеки от тачдауна, далеки от красной зоны. И пока еще только надеются к центру поля подойти представители Алабама Crimson Tide. Третий и 4. Джей Кокер. 4 ярда остается до первого дауна. И совсем близка уже центральная линия. Ищет варианты Кокер. И вот на третьих даунах у него все с точностью здорово. Он принимает верные решения, принимает их быстро. И вот попадает в своего огромного тайтенда Оу Джей Ховарда. Одного из самых больших тайтендов студенческого футбола. И одного из претендентов на то, чтобы быть... Ну, одного из главных претендентов на то, чтобы быть среди тайтендов, выбранных первым на том драфте, на котором он пойдет работать. Но все-таки пока сложно сказать, какой это будет драфт. Первые 10. Ховард двигается как раз справа налево. И он остается работать на блоке. Загружает Кокер в эндзону. И там 1-1. Его партнер по команде. Чистая защита. Великолепная оборона. Вот так вот должны действовать лучшие защитники студенческого футбола. И опять сегодня уже не впервые Кендариус Вебстер. Он демонстрировал сегодня несколько раз прекрасную работу 1-1. Когда нужно было захватывать Дерека Хенри, а вот здесь вот поработал 1-1 с ресивером. Выбрал правильный угол против Роберта Фостера. Роберт Фостер выше, Роберт Фостер быстрее. Но Вебстер сыграл абсолютно идеально. Прекрасная защита. И теперь будет второй даун. Так, проблема теперь уже у Фостера после этого падения. Он очень тяжело поднимается и общается сейчас с представителями медбригады своей команды. Да, будет он какое-то время сейчас проводить за пределами футбольного поля.
Да, прекрасная работа Кендариуса Уэбстера, ну и очень жесткое падение Роберта Фостера. Фостеру мы не завидуем. Итак, 2-10. По-прежнему передачи длинные, у Алабамы не проходят. Дерри Хенри вырывается на оперативный простор. И опять мощный раннинг-бэк зарабатывает лишние ярды. Судья говорит, что полуярда ему не хватает до первого дауна. Это будет третий даун и полуярда. Ну и, соответственно, если что, Алабама при таком положении, уже перейдя в центр поля, наверняка будет играть и четвертый даун. Потому что Хенри добежал до отметки почти в 35 ярдов. Ох, даже маску сломал. Насколько мощный получился вынос от Хенри, что даже маску свою сломал. Мощнейший, мощнейший, крупнейший раннинг-бэк. Крупнее, чем Ти Джей Йелден, который играл в этой команде в прошлом сезоне. И который уже уехал в Национальную футбольную лигу. Он по габаритам, конечно, больше похож на лайнбекера. Судьи измеряют. Это действительно короткий третий даун, но очень короткий. Очень короткий. Пройти нужно вот действительно даже треть ярда. И поэтому и третий, и четвертый даун Алабама сейчас потратит, чтобы это сделать. Неплохая статистика у Хенри сегодня, учитывая то, как здорово играет с оборона Алабамы, оборона Ол Мисс. Алабама какие-то все-таки ярды получает положительные от выносов. Обычно, когда оборона играет так хорошо, у раннинг-бека средняя дистанция его забега составляет 2 ярда максимум. Но здесь все гораздо лучше. Да, новую маску сейчас будут сочинять Дерику Хенри, потому что это была сломана, это просто без шансов была порвана его потрясающей работой. И теперь вот другая история. Итак, 3-1. Пистолетное построение, как интересно. Но оно приносит первый даун Кеннину Дрейку. Там прям совсем чуть-чуть, но все-таки это первый даун. У Дрейка вроде бы было хорошее окно, такой хороший такой мини-коридор ему создали его партнеры по команде. Если бы на его месте был бы Дерри Хенри, наверное, Хенри просто бы смял защиту соперника и спокойно заработал бы первый даун, а здесь прямо вот на тоненького все случилось. Но случилось, это самое главное для Джейка Кокера, запасного квотербека. 9 розыгрышей, всего 39 ярдов. Много тратит, конечно, времени Алабама, чтобы пройти 10 ярдов. Каждые 10 ярдов даются очень непросто Crimson Tide. И теперь Алабама надеется приблизиться к красной зоне. Хенри по-прежнему ждет, когда ему починит маску, чтобы он мог вернуться на поле. Первые 10. Так, трюковый розыгрыш. Но бросать некуда ресиверу, который вышел на передачу. Прекрасно отработали, переместившись всей массой, всей группой своей игроки защиты Миссисипи в левую сторону. И не дали в итоге Ардериусу Стюарту совершить этот бросок. Ну и с другой стороны, давайте тоже отметим, что не смог выйти на оперативный простор Ричард Малони. И некуда было Стюарту бросать. То есть он мог бросать в одиночное прикрытие в надежде на то, что его соперник не поймает. Но он все-таки принял верное решение. Лучше так. Лучше небольшая потеря ярдов, чем бросок от не квотербека непонятно куда. Так, Хенри вернулся, у него новая маска. И он готов давить соперника. Потеряли 3 ярда Алабама Crimson Tide. Хотя... Тут нет, потеряли не 3 ярда. Судя по положению, потеряли гораздо больше. Алабама Crimson Tide. Там была очень большая дистанция между одной линией и другой. Ну и, соответственно, не сумели подготовиться к этому розыгрышу Crimson Tide. Поэтому сейчас небольшой тайм-аут. И Ник Сейбан надеется за 2 последние минуты отставание сократить до 7 очков. Пока оно составляет 2 тачдауна. Возвращается квотербек Джей Кокер. Если Кокер сделает тачдаун, тем более пасовый, и он определенно останется работать на вторую половину. Если нет, вопрос останется открыт. Кто появится у Алабамы как квотербек? Неужели заглянет еще дальше на свою скамейку Ник Сейбан, чтобы найти
плеймейкера. Деррик Хенри получает хорошие блоки. И вот она, мощь. Вот она, сила раннингбека, который пробегает 15 ярдов, чтобы дать своей команде этот первый даун после приема. Кеннина Дрейка могли бы захватить раньше. Он мог бы раньше упасть. Этот парень падает только тогда, когда проходит первый даун. Сумасшедший, конечно, мощнейший раннингбек. Давно такого не было в студенческом футболе. Вот сегодня просто чудо-игру продемонстрировал Леонард Фурнет, звездный раннингбек команды LSU Tigers. Но вот он сейчас с Дерриком Хенри, конечно, поспорит за звание самого мощного и одновременно быстрого раннингбека студенческого футбола. То есть, когда есть и сила, есть и скорость. Опять же, Леонард Фурнет в сегодняшнем матче оформил 228 ярдов с тремя тачдаунами. И был у него парочка просто сумасшедших забегов. Мы обязательно все это отметим в программе «Спортцентр» сегодня. Тем временем, 2-10. Джей Кокер, 3-7. Его точность не самая высокая, но обратите внимание, он играет агрессивнее, чем играет Купер Бейтман. Бейтман бросает более верные мячи. И вот они не так уж и много принесли команде Алабама в первой половине. Еще один тайм-аут. Теперь берет его команда... Нет, похоже, опять же Алабама берет, потому что... Нет, все-таки Ole Miss. Все-таки Ole Miss. Чем тогда, интересно, недоволен Ник Сейбан? Может быть, он недоволен тем, что его команда даже после вот этого тайм-аута все равно не понимает, как действует на футбольном поле. Защита Миссисипи демонстрирует просто гениальную игру в начале этого матча. В первой половине все-таки 3 пропущенных очка и 3 спровоцированные потери. Ну вот сейчас только есть шанс у Алабамы заработать первый тачдаун, но шанс тоже, на самом деле, далеко не 100%-ный. Нужно пройти еще 30 ярдов, и сейчас нужно реализовать, ну не 30, 24 ярда, но реализовать нужно сейчас 2-10. И потом победить, опять же, в эндзоне команду, которая пока сегодня в эндзоне не проигрывала. И не намерена, в принципе, это делать, ведомая 5-м номером Робертом Кимдичи. Вот Кимдичи готов нанести очередной урон своему сопернику в обороне. 2-10. Кокер двигает ресивера Эрдериуса Стюарта. Ух ты, какой хороший блиц там был. Там чуть не уничтожили Джейка Кокера. На него прорвался один из лайнбекеров, для которого создали хорошее окно. Его партнеры по команде линейные. Но и в итоге передача в Ричарда Молани была слишком быстрой и не идеальной. В противоход своему партнеру по команде бросал Кокер. 3-10. Минута 40 до конца. Филгол отсюда, конечно же, должен быть пробит и забит. Это всего лишь 41 ярд филгол. Алабама на этих третьих даунах вот в этом драйве действует здорово. 3 из 3. Но по сегодняшнему матчу в сумме этого, конечно, не скажешь. Кокер покупает время, покупает пространство, получает блоки и зарабатывает сумасшедший первый даун. Джейк Кокер, что за эпизод, что за вынос? Ушел от 2 секов и потом 3 игроков с себя снял. 3 игроков оббежал, чтобы дать себе первый даун за 1,5 минуты до конца. Вот, купил время здесь, ушел от сека здесь, здесь, здесь. И вот здесь воспользовался блоками и 3 игроков еще убрал. Сумасшедший вынос. И вот теперь первый гол на отметке 8 ярдов. Кокер в эндзону. Неточная передача. О, Джей Ховард. Огромный тайден. Тут сложно, конечно, в него не попасть. Чтобы в него не попасть. А это нет, был не он. Похоже, это был Стюарт. Минута 10. Еще один тайм-аут у Алабамы остается. Если он понадобится Нику Сейбану, возможно, он понадобится. Потому что Ole Miss играет прекрасно в обороне. Вот Алабама, 15 розыгрышей уже. И вот такую комбинацию заказывают Алабама Crimson Tide. Интересно, что Алабама, да, использует символы Seattle Supersonics, Golden State Warriors, старые символы. И вот Ричард Молани. Ох ты, какой тачдаун! Ричард Молани перепрыгивает через соперника и влетает в эндзону.
И вот такой первый тачдаун в сегодняшнем матче зарабатывает Алабама Кримсон Тайд. Сумасшедший получился эпизод. Молони разогнался, как на взлетной полосе. И дальше, как хороший истребитель, молниеносно набрал высоту. К этому совершенно не был готов его соперник корнербэк. Ну что, Джей Кокер определенно остается квотербеком на вторую половину. Адам Гриффин будет сейчас пробивать экстрапоинт. И у нас счет станет 17-10. 9-ярдовый пасовый тачдаун, официальный итог этого драйва. Но Джей Кокер, какой герой. Сначала супер вынос, а потом верное решение и передача на Молони, который перепрыгнул через соперника и влетел в эндзону. Еще раз повтор этого эпизода. Вот Молони, 16 номер слева. Он 1-1 остается с соперником, потому что своего ресивера Ридли уводит, своего корнербека Ридли уводит вправо. И вот Молони получает. Разбегается. Уу! Тачдаун. Не разобрался, конечно, в этой ситуации корнербэк. То есть вот этот перекрестный маршрут запутал немножко команду Миссисипи в защите. Но таких ошибок сегодня очень немного делают Rebels. Они провели гениальную первую половину. Но с другой стороны, Джей Кокер, квотербэк, который уже зарекомендовал себя как... более интересный, по крайней мере, вот на свой четвертый сезон он интереснее, чем Купер Бейтман на свой второй сезон. 17-10. Минута еще до конца. Первый плей-офф. Смотрите, что творится на стадионе. Надо ли говорить, что на домашних матчах Алабамы, независимо от того, кто является соперником, трибуны заполнены до отказа. А уж на таком матче, тут даже сверх отказа, стадион, наверное, может треснуть по швам, если это потребуется. Брайант Дэнни Стадиум. Вместимость стадиона вот 29 ноября 2014 года в сражении против Олберна был рекорд повторен. 102 тысячи человек. Первые 10. Последняя минута первой половины. Команда Миссисипи. У нее есть один тайм-аут. В случае большого розыгрыша, если он сейчас каким-то образом случится, Миссисипи, естественно, попытается этим воспользоваться. Второй 10. Нет, это... сигнал к окончанию первой половины. Команда встает в построение для посадки на колено. Ну и вряд ли Алабама будет сейчас тайм-ауты брать. Потому что в любом случае Ол Мисс спокойно завершит с мячом в руках эту первую половину. Ну что? Флаг на поле появляется. Офсайд. Надо же в такой ситуации, элементарной, казалось бы. Там либо фальстарт, либо офсайд. Но все равно 20 секунд до конца, это ничего не меняет. Фальстарт, номер 15. Да, фальстарт у игрока нападения, который должен был встать на колено. Therefore, there is a 10-second runoff. Please set the game clock to 13 seconds. 13 seconds. Еще один снэп, и на этом закончится первая половина этого матча. Осталось 13 секунд. Джей Кокер, герой концовки первой половины. Хотя, конечно, в сумме-то первую половину лучше провели Rebels и, в первую очередь, защита Миссисипи и спецкоманды. Тоже давайте отметим, что спецкоманды сегодня спровоцировали две потери. Два фамбла были совершены именно при возвратах начальных ударов. Соответственно, самый первый драйв, который закончился филголом, тогда Эрдэриус Стюарт потерял мяч. И, соответственно, вот затем потерял мяч уже Кеннион Дрейк. Так что у Алабамы, может быть, в третьей четверти уже новый возвращающий. А пока 17-10 и большой перерыв.
Замечательная первая половина этого футбольного сражения. Вторая и 15-я сейные команды. Давние знакомые Rebels и Crimson Tide. Хозяева уступают 10-17. Они уступали два тачдауна, подсократили под завершение первой половины. И отдают мяч сопернику в начале второй. Тут же потрясающая работа на спецкомандах и сумасшедший захват. Майкл Найсвандер, запасной тайтенд. Выпускник совершает отличный такой прорыв между игроками защиты соперника и уничтожает возвращающего. Очень длинное поле теперь у команды Миссисипи на старте этой третьей четверти. Чет Келли, квотербек, который провел, в общем-то, неплохую, но и не выдающуюся первую половину. Он ничего особенного не сделал. Он на выносе один раз очень здорово сработал. Заработал 15 ярдов одним забегом. Но главное, что он не терял мяч, не подводил команду, хотя, да, и множество моментов он реализовать не сумел. Это правда. 17-10. То есть при такой игре обороны разница в счете могла бы быть больше, если бы Келли и нападение Ole Miss работало бы эффективнее. 6 из 14 точность в первой половине у Чеда Келли и всего 36 ярдов. То есть среднее количество ярдов за попытку паса ничтожно низкое. Хотя надо отметить, что у Купера Бейтмана, который играл в большей части первой половины Алабамы, результат примерно тот же самый. Ничего особенного. Плюс перехват. Хорошая выносная комбинация. Уолтон зарабатывает первый даун. Шлем теряет один из игроков Алабамы. И будет вынужден проводить на скамейке следующий розыгрыш. Это звездный и Шон Робинсон. И Шон Робинсон, третьекурсник, дефенсив лайнман, 1,93 м, 150 килограммов, один из сильнейших. Тем временем нападение Ole Miss, первые 10. Очень мощный блок сейчас создают с помощью тайтенда Джереми Лиггинса. Вес этого тайтенда неприличный, 140 килограммов. Таких тайтендов в американском футболе не бывает. Ну, естественно, ему мало что светит при таких габаритах, там, скажем, на приеме, но поработать как дополнительный блокирующий он очень даже может и делает это. Второй 8. У команды Ole Miss вначале был очень большой перекос в сторону паса, но потом заработал потихонечку вынос. И это помогает. Миссисипи. Пасовая комбинация. Плей-экшен загружает Келли под первый даун. Что скажет судья? Потому что прием-то был на линии розыгрыша, а потом игрока оттеснили. Но судья говорит, это первый даун. Хороший прием в исполнении Коди Кора. Ресивер-выпускник. Прекрасная защита, в общем-то. То есть ни одного ярда после приема, но первый даун позволили Алабама Кримсон Тайд своим соперникам. Первые 10. Неплохо пока идет нападение Rebels во второй половине. Чет Келли попадает по своим партнерам по команде, а судьи пока мерят первый даун. Хотят выяснить, был ли этот первый даун на первом розыгрыше. Или это будет второй короткий. Немножко не хватило. Не хватило нескольких миллиметров. Но это все равно это очень короткий даун, который Ole Miss обязан преобразовать в еще одну серию даунов. Ничего удивительного, что у Mississippi Rebels в первых двух матчах команда набирала по 75 очков. А, прошу прощения, это третий даун. Третий один. Ничего удивительного, что у Mississippi Rebels они набирали по 75 очков, и у них было огромное количество больших розыгрышей. Вот они оформили за два матча 20 розыгрышей, где набирали 20 ярдов и более. Естественно, с Алабамой даже один розыгрыш – это уже большое достижение. Один розыгрыш – это была хорошая пасовая комбинация, поймал ресивер Эван Инграм. Пас на 22 ярда. Третий один. Линия блока Алабамы готова не дать Ole Miss заработать ярды. И вот такая потеря мяча. Выбрасывает мяч Келли под перехват. И ловля сумасшедшая, которая в тачдаун отправляет Миссисипи. Один из самых странных розыгрышей в истории
Mississippi Rebels приносит тачдаун. Чет Келли выбросил мяч наугад. Это было плохое решение. В такой ситуации нужно расставаться с мячом. Либо бросать на бровку, либо просто падать на газон. Он бросил наугад куда-нибудь и попал в ресивера, пробежавшего 70 ярдов практически. Сумасшедший эпизод. Да, такое иногда бывает. Такое иногда бывает. Это чудо. Такое же чудо спасло в позапрошлом сезоне чемпионат для Auburn Tigers, которые выиграли, по-моему, тогда у Mississippi State. Вот примерно в такой же ситуации, когда это был четвертый даун. Это сорванный розыгрыш, плохой снэп. И Келли должен был падать с мячом, без сомнений. Должен был падать, потому что это плохое решение. Нельзя бросать наугад. Нельзя бросать просто так в двойное прикрытие. И это чудо, что команда Алабамы не завладела мячом. Ну и это еще большее чудо, что этот розыгрыш закончился тачдауном. Да, я думаю, что это будет самый странный розыгрыш в истории этого сезона. Я думаю, что в этом чемпионате более необычного эпизода мы с вами у студентов не увидим. Вот мы это в прямом эфире наблюдали. Фантастика. Ну что, Чет Келли официально стал автором тачдауна. Забег, да, на 66 ярдов приносит его команде 24-10 лидерство. Вот такая веселуха настоящая. Вот, конечно, с одной стороны, да, победители не судят, потому что Ole Miss же ведь как бы стал автором тачдауна, команда увеличила свое преимущество. Но как вот теперь общаться с квотербеком? Потому что в следующий раз, когда будет такая же ситуация, он же ведь сделает то же самое. Потому что сейчас это принесло ему успех. Он же сделает то же самое. Он в этой же ситуации также выбросит мяч. И в 8 случаях из 10 это будет перехват. А еще в 2 случаях это будет просто инкомплит. Просто незавершенный пас. Но здесь это был тачдаун, да, вот один случай на 100, на 1000, что вот так случилось в пользу Миссисипи. Вот вопрос теперь, что будет делать координатор нападения, что будет делать главный тренер? Что с этим парнем, который, в принципе, никого не слушает, если судить по его поступкам вне футбольного поля, если уж он в клубах стреляет из автомата, уж явно он будет принимать решения, исходя из того, как ему нравится. Красивый получился прием и затем забег в исполнении Келвина Ридли. Дает он своей команде около 20 ярдов на этом розыгрыше. И Алабама ровно в центре поля оказывается. Ну, практически ровно в центре поля. Ну что, Хью Фри сразу же, вот это важный момент, сразу же после этого тачдауна, это то, о чем вот мы только что с вами говорили. Хью Фри сразу после тачдауна, да, то есть он улыбается, типа, молодец, нам повезло, что мы с тобой вот в этом эпизоде оказались победителями, но вполне возможно он сказал, больше ты так не делай никогда. Что, естественно, является приоритетным моментом. 3 из 3 официальная статистика. Очень долгий разговор, конечно, у Чеда Келли с координатором нападения. Ну и продолжаем. 1-10 у Алабамы, короткое поле. Ну, то есть осталось пройти совсем немного, осталось пройти всего 52 ярда. И уже нельзя, соответственно, то есть нужно торопиться в какой-то степени уже Алабаме, потому что отставание 2 тачдауна, Миссисипи играет в защите великолепно, да и вот нападение периодически стреляет такими странными эпизодами. Мало ли, что может произойти еще. Плохой получился розыгрыш. Сорвали свою первую комбинацию Crimson Tide. Должен был быть вынос. Только не понятно в исполнении кого. Но в любом случае оба возможных бегущих, они в разные стороны разбежались и на квотербека даже не посмотрели. Но хотя бы Кокер не потерял ярда и дал своей команде 2 ярда. И теперь на отметке в 50 располагается Алабама. Прорыв
но при этом держит блиц. Кокер уходит от Дензела Нкемдичи. Сам же ногами. Какая работа, Кокер? Да ладно! Что творит квотербек? Его второй в матче забег на 15 ярдов. И, кстати, оба раза он уходит от сека. По-моему, оба раза это был сек потенциальный от Нкемдичи. То есть именно от Дензела Нкемдичи. И вот опять же, здесь ушел от Дензела Нкемдичи. Здесь ушел от сека. Здесь ушел от захвата. И еще здесь ушел опять от Нкемдичи. Да, у Дензела Нкемдичи так себе получился момент. Он два захвата не смог сделать на квотербеке за один розыгрыш. Причем успел догнать его и все равно не сумел захватить. Прекрасная работа Джейка Кокера. Да, пока он лучший раннингбэк сегодняшнего матча. Самая высокая эффективность его выносов. У него 3 выноса, 30 ярдов. У Деррика Хенри 13 выносов, 54 ярда. То есть у Деррика Хенри сегодня один забег на 14 ярдов, а у Джейка Кокера 2. Садится немножко отдохнуть, поработавший неплохо Роберт Нкемдичи. Второй 10, его команда без него. Кеннион Дрейк. У Дрейка сегодня нет ни единого шанса. Вот помните, о чем я говорил? Что рядовой раннингбэк, когда так здорово играет защита, будет иметь в среднем за вынос где-то около 2 ярдов за попытку. Хороший раннингбэк, да, вот один из лучших, будет иметь больше. Вот у Деррика Хенри больше, у него почти 4 ярда за попытку. А у Кеннион Дрейка как раз ровно 2. Естественно, Дрейк получил меньше розыгрышей, то есть у Хенри 14, у Дрейка 8. Но все равно это показательно. Потому что Дрейк, раннингбэк, который, в общем-то, ничего из себя сверхъестественного, по крайней мере, пока не представляет. Может быть, и не будет представлять. Все-таки он уже выпускник. И там о том, какой это будет раунд драфта, вообще выберут ли его в Национальную футбольную лигу. Ну, говорят, что выберут, потому что он входит в пятерку лучших среди выпускников. То есть у него очень неплохая скорость. Хотя надо отметить, что в прошлом году ему в октябре была сделана операция. У него была серьезная травма ноги. И как бы на это тоже обязательно будут смотреть представители Национальной футбольной лиги. Ну, посмотрим. 3-9 пока. Ну что, еще один вынос от Кокера. Опять прорыв линии защиты. И сорвал опять розыгрыш коллектив Ника Сейбана. Это была ситуация, когда можно было дать первый даун. Однако опять не разобрались квотербек и ресиверы. Опять Ричард Малани был, возможно, потенциальным адресатом для этой передачи. И также рядом бежал Эрдерио Стюарт. Так, у Алабамы положение непростое. Команда не может бить филгол слишком далеко. Но и при этом отдавать сопернику мяч, находясь на 40 ярдах, это как бы ну, не особенно круто. Может быть, сейчас попытаются просто спровоцировать офсайд у соперника. Сегодня 1-4 даун, короткий очень не реализовали. Сейчас 5 секунд на розыгрыш. Ну-ка, играют. Пасовая комбинация. Кокер купил время, бросок и нету ловли. Причем он попал в ресивера, попал в Ричарда Малани, однако Малани не удержал этот мяч под давлением отлично сыгравшего в этой ситуации дефенсивбека Майка Хилтона. Да, очень много сегодня возможностей для приема получает Ричард Малани. И вот очередной мяч. Болтался, конечно. Ну-ка, попал ли Хилтон там, интересно, своей рукой? Помешал ли он этому приему или нет? Первая передача в исполнении Чеда Келли после остановки Алабамы на своей половине поля. Неточный пас, агрессивный бросок в ресивер 1 на 1. Однако у Деморри Стрингфеллоу не получилось выйти, оторваться от соперника. Ну и затем нужно было тяжелую ловлю совершить с разворот. Этого тоже не удалось сделать. Итак, Чед Келли, вторая его возможность проявить себя, 4 ресивера. То есть потенциально, конечно, это пасовая комбинация. Тут блокирующих всего 5 штук. Но, кто знает. Нет, тоже это действительно пас. И Келли теряет мяч. То есть непонятно, что судьи засчитают, но все равно на него прыгнули первыми игроки Mississippi Rebels.
В этой ситуации тогда, конечно, Сейбан попросит, чтобы дали инкомплит. Потому что это было бросковое движение вперед. Ну-ка, еще разок, как так получилось, что он мяч-то упустил. А, он просто уходил от соперника и просто бросил его в землю случайно. Выпустил мяч из рук. Но хорошо, что линейный прыгнул на этот мяч. Но я бы не сказал, что это фамбл, то есть это скорее незавершенный пас. Но, тем не менее, 3-8. То есть засчитали фамбл, просто не потерянный. 2 ярда записали. И один совершенно классно поймавший Лекуан Тридуэлл. Сегодня он был, в общем-то, незаметен, потому что к нему самые сильные защитники Алабамы представлены. Но вот его первая большая ловля. Предыдущие две были в сумме там вот 8,5 ярдов, в сумме всего 13. А здесь 20 ярдов его команда зарабатывает за один прием. Даже больше. 28 ярдов ловля. Итак, первые 10. До эндзоны Алабама уже всего 35. Навес в край поля. Неточная передача. Хотя хорошая. Такую перехватить нельзя. Такую сбить нельзя. Если ресивер вдруг достанет, у него будут... Опять же, он попадет в спортцентр, в хит-парад лучших моментов. И квотербеку будет приятно. Коди Кор. Ресивер был адресатом. А вот огромные ресиверы команды Ole Miss Rebels. Парень по центру с труднопроизносимой фамилией стал автором вот этого длинного тачдауна на 66 ярдов. Коди Кор. Лекуан Тридуэлл сегодня ловит чуть-чуть совсем. Вот Тридуэлл только что поймал свой третий мяч. У Коди Кора всего один прием на 7 ярдов. Вот он, Кор. 9 минут до завершения третьей четверти. Расставляет своих партнеров по команде. Келли успел начать розыгрыш. Тут же короткая передача. И успешно. Это вот тот самый огромнейший тайдэнд весом 140 килограммов. 1,90 м, 140 килограммов. Тайдэнд. Это нелинейный. Хотя по весу он очень похож на линейного. Он остался один. Его никто не трогал. Это его второй прием в карьере. Первый в этом сезоне, второй в карьере. В студенческой. Выносная комбинация через Джиллиан Уолтона, которого останавливает легко. У Уолтона сегодня всего лишь, соответственно, 8 выносов, 28 ярдов. Ничего особенного. Нет, повреждений нет. И Шон Робинсон поднимается спокойно. Робинсон тот, кого хотят сохранить здоровым в течение всего сезона. Кримсон Тайд. Пока у него проблем со здоровьем не было. Великолепный дефенсив текл. Считается одним из двух сильнейших дефенсив теклов третьекурсников. То есть одним из пятерых сильнейших, кто выходит на драфт в 2016 года, если он захочет, конечно, он третьекурсник. Бросок в эндзону. Лекуан Тридуэлл. Судья флаг не бросает. Тридуэлл не спорит. Сайрус Джонс. Прекрасная работа. 1 на 1. Корнербэк Алабамы. Он гораздо ниже. Посмотрите вот на разницу в росте. Но при этом очень здорово защищается. Максимальная между ними дистанция была сантиметров 15. Ух. Ну и затем, да, мощно прикладывает огромный дефенсив лайнман Алабамы Джерон Рид своего соперника квотербека. 3-8. Ole Miss будет достаточно и филгола, потому что это увеличит до 3 владений дистанцию между командами. И Алабаме будет очень непросто догнать в этом случае своего соперника. Поэтому филгол. Главное сейчас мяч не потерять. Келли. И он бросает в эндзону. Ну, неплохо. В любом случае, там под перехват было сложно себе представить. Хорошая работа. И таким образом команда Миссисипи будет пробивать филгол. Филгол не самый длинный. И таких больших проблем, какие были вот у Адама Гриффита, кикера Алабамы, у Ole Miss нет в этом сезоне. Хотя, с другой стороны, они играли с командами, с которыми даже промахиваться – это очень плохой тон. Один филгол Гэри Вандерлик оформил уже в этом сезоне. Это второй. Хороший удар, надежное попадание. 27-10. Ole Miss идет на сенсационную победу на выезде против Алабама Кримсон Тайд. Не так уж и много, конечно, сегодня поклонников Mississippi Rebels на этом матче. Говорят, что может быть около 2000 человек из 102 тысяч, в принципе, представленных, приехавших сюда посмотреть за этим футбольным сражением.
Первые 10 с отметки 25 ярдов стартует команда Джейка Кокера. Он остался на позиции квотербека, уходит от сека, покупает время, но бросать, похоже, некому. Приходится за пределы поля. Только так. Тут еще одно повреждение получает представитель Алабамы, бежавший как раз за квотербеком. Defensive end Фейдл Браун. И вот Роберт Кемдичи, который несколько розыгрышей пропустил. Такое ощущение, что из-за травмы тоже возвращается к работе против звездного нападения своих соперников. Еще разок Дензел Кемдичи. Этот прорыв в предыдущие разы ему не приносил больших плодов. И не зарабатывала его команда тем самым вот эти вот остановки на вторых даунах, на первых даунах. Но здесь Дензелу Кемдичи удалось захватить своего соперника. Деррика Хенри не удалось. Хенри дать своей команде много ярдов. 27-10. Алабама уступает. И Алабама сейчас встречает длинный третий даун. Кокер. И опять Ричард Малани. И опять ему не удается поймать под давлением Майка Хилтона мяч. Хилтон уже не в первый раз в сегодняшнем матче останавливает соперника. Да, Алабама таким образом ставит себя в очень тяжелое положение. И это положение может закончиться для команды первым в сезоне поражением. Опять же, так как изменился формат соревнований, изменился формат плей-офф, поражение в таком матче не будет означать, что Алабама не будет считаться претендентом на попадание в финал четырех. И, соответственно, команда с одним и даже, в общем-то, можно представить себе такой вариант, даже с двумя поражениями может попасть в финальный матч. Опять же, если эти два поражения будут получены от очень сильных соперников. Offside, 36, defense, 5-yard penalty, remains fourth down. У защиты команды Ole Miss офсайд, но он не сильно мешает, поэтому четвертый даун все равно придется бить. На своей половине поля Алабама явно играть такой четвертый даун не будет. Очень сильный пантер Джей Кей Скотт. Очень сильный у него средний показатель одного панта. Контакт произошел между игроками. Судья вроде бы молчит. На отметке 22 ярда останавливает команда Алабамы мяч. Но она опять же набирает сегодня всего 10 очков пока что за 2,5 четверти. И никаких положительных сдвигов в нападении у коллектива Лейна Киффина мы не наблюдаем. Да, поклонники Алабамы приуныли, конечно. Они все-таки с футболом хорошо знакомы. 100 тысяч человек каждый матч заполняют трибуны домашнего стадиона Crimson Tide. И поэтому фанаты знают, когда у команды все плохо. Сегодня все плохо. Но, опять же, все может измениться. Футбол – игра непредсказуемая. Один фамбл, один перехват может очень серьезно поменять историю всего противостояния. Пока же Ole Miss плюс 3 владения. И Джейлен Уолтон на выносе. Первый даун. Середина третьей четверти. У Уолтона такое ощущение, что появляется больше свободы. Вот это его самый длинный вынос в сегодняшнем матче. До этого был забег только лишь на 10. А здесь он пробегает тут все 15. Его команда приближается к центру поля. Пока на отметке в 35 ярдов. Чет Келли
Цифры сегодня не впечатляющие. Если вот про тот чудо-розыгрыш забыть на 66 ярдов, то у него, по сути, всего 100 ярдов на пасе за 22 попытки. И, соответственно, нет ни одного тачдауна. Но нельзя отменить то, что мы видели. Прекрасный первый даун. И до отметки в 30 ярдов добегает улетевший от своего соперника на бровке высокий Кори Кор. Молодец, Чет Келли увидел, как провалился, ну, то есть не провалился, а пошел просто работать на блиц Сайрус Джонс, и он тут же снабдил своего партнера по команде. Точная, молниеносная передача, хорошее решение. Ну и, соответственно, первый даун, который дает команде Миссисипи шанс на минимум еще один филгол. Еще один пас, тоже плей-экшен, однако Лакуану Тридвеллу не удалось поймать хороший мяч. Вроде бы был удобный пас. Лакон Тридвелл, как бы без преуменьшения, является одним из сильнейших ресиверов NCAA. Его среди третьекурсников называют лучшим. И если он пойдет на драфт следующего года, хотя он может еще один сезон отыграть, если он пойдет на драфт, то будет выбран в одном из первых раундов. Про других ресиверов такого сказать нельзя, здесь есть очень сильный тайдент Эван Инграм, тоже потенциальный выбор в первых раундах драфта. Он, конечно, не впечатляет габаритами так, как, вот, например, О. Джей Ховард у Алабамы, но тоже проводит очень достойно вот с разными квотербеками свою карьеру в Миссисипи. Тут у него квотербеком только что был Бу Воллеса теперь нет, есть теперь другой квотербек, который был переведен из Клемсона, который выбрасывает мячи тогда, когда считает нужным, а не когда это является правильным моментом. Кстати, Бу Воллеса, квотербека. Фамбл! Вот и фамбл! Вот о чем мы говорили! Судья говорит инкомплит. Судья говорит, извини, Реджи Регланд, незавершенный пас. Это не фамбл. Алабама свистит. Негодует. Смотрим еще раз. Бросковое движение. Чет Келли. Здесь надо смотреть бросковое движение. Начала ли рука уже движение вперед? Ну, спорно, конечно. Спорно, потому что с одной стороны он бросал, но на самом деле контакта был еще, когда он только отводил руку. Так что сносил его Пэтвей. В общем-то, под фамбл. Defensive lineman, DJ Пэтвей, выпускник. Да, пересмотр должен быть. И у судей есть основания, чтобы сказать, что это фамбл. Но... Нет, все. Даже пересмотра не будет никакого здесь. Движение вперед. Судьи увидели изначально. Лакуан Тридвелл, 2-15. Ловит он мяч на 13 ярдов. Продвигает свою команду вперед. Еще раз этот момент. Ну да, молодец Келли, что после такого мощного удара, даже сложившись пополам, он не упустил мяч и сумел, по крайней мере, его продвинуть вперед. И тем самым бросковое движение просто организовал. 3-2. Его команда сейчас близка к тому, чтобы филгол пробить. Это как минимум. Но ей нужно первый даун сделать, чтобы у кикера была совсем уж небольшая дистанция. Ну, хотя и так, не такая уж и большая дистанция. 40 ярдов всего. 3-2. Келли получает время, бросает в край. Свисток судьи был раньше, до того, как этот розыгрыш состоялся. Какая-то проблема была со счетчиком времени. Ну, даже это не то, что проблема. Просто не успели начать свой розыгрыш представители Mississippi Rebels. Так что 3-7 у команды Чеда Келли. Вот филгол стал поинтереснее. На 5 ярдов подлиннее, то есть это уже 45 ярдов потенциально. И это уже для кикера команды Ole Miss будет, возможно, проблемой. А пока 3-6, что можно еще реализовать. Опять расстановка с 4 ресиверами. Шотган. И пошел Уолтон на прием. Передача в край. И передача не приносит первого дауна. Итак, филгол 45 ярдов, который может сделать счет 30-10. Когда мы начинали смотреть этот матч, мы явно не думали, что счет будет 30-10 в
пользу команды, которая играет в гостях. То есть, если бы домашняя команда играла, мы бы не удивились. А вот то, что гостевая так играет, в первую очередь так играет потрясающая оборона, вот это замечательная, конечно, новость для Миссисипи. Команда после этой победы, если она ее одержит, поднимется в рейтинге, может быть, и на 10 позиций с таким-то результатом. 45 ярдов. Великолепный филгол. Точный удар. И таким образом 30-10. Играть еще 4 минуты в третьей четверти, потом еще всю четвертую. Разница 3 тачдауна. Отыграть ее будет очень непросто, но Алабама обладает талантом, чтобы это сделать. И кто знает, может быть, ей удастся вернуться. Свой новый драйв команда Алабама начнет с отметки 30 ярдов. В общем-то, не самое длинное поле, но сегодня был только один драйв у Алабамы, который привел к тачдауну. И тот сопровождался какими-то просто чудо-розыгрышами в исполнении Джейка Кокера, в исполнении квотербека. А так, оба квотербека сегодня, в общем-то, то есть один бросает далеко и не точно, а другой бросает коротко и очень коротко. И, в общем-то, особенно никакого толка от этого нет. Развлекаются Rebels. Они находятся в замечательном положении. Им осталось всего лишь не пропустить 20 очков за оставшиеся полторы четверти. Задача номер один. Даже при том, что они ничего не наберут, они все равно должны побеждать, не пропуская так много за такой малый отрезок времени. Перехват! Ой-ой-ой! Не состоялся. Как же был близок один из героев сегодняшнего матча, Уэбстер. В очередной раз он оказывается в центре внимания. Индериус сегодня избивал передачи и защищался, захватывал здорово, а здесь болтающийся мяч, пущенный гораздо выше головы Келвина Ридли, должен был быть перехвачен, и повезло. То есть показывает Кокер, куда нужно было Ридли бежать, но опять несогласованность, что-то, какие-то проблемы. Не отлажен совершенно этот механизм в нападении Алабамы. 2-10, Кокер. Ацеку ушел, передача точная есть. И есть на 8 ярдов примерно забег от Дэриуса Стюарта. Даже 1 ярд остается только лишь до первого дауна. Алабаме уже нечего терять. Кто знает, может быть, команда будет играть и короткий 4-й даун. Все-таки отыграть нужно много. И мяч, мячом нужно в руках. В общем-то, мяч нужно в руках иметь, чтобы отставание отыгрывать. Красивый первый даун. Келвин Ридли его делает. Его захватывают за ноги, но уже после прохождения заветной желтой линии. В прошлом сезоне команда Алабамы, ведомая квотербеком Блейком Симпсом и потрясающим ресивером Амари Купером, такое ощущение, что больше в ресиверах не нуждалась. Но, соответственно, были герои, которые неплохо показали себя в этом компоненте. Но вот в этом чемпионате совершенно новый корпус принимающих. То есть в прошлом чемпионате эти люди ловили несколько мячей там за весь сезон. А здесь они должны ловить в каждом матче по несколько мячей как минимум. Дерек Хенри вышел на оперативные просторы. Остановить этот танк не представляется возможным. Принимает он верное решение о направлении. Снимает захват здесь. Очень легко, причем он даже не заметил этот захват. Ну и затем, вот, да, 31 ярд вынос, до 22 ярдов добегает Алабама. Ну что, Алабама забегала, да, прижатая. Ой-ой-ой, какая ошибка от Дерека Хенри. Он мог бы дать своей команде несколько ярдов на этом розыгрыше. Тут же замена. Будет, попытается сейчас отдышаться. Ну вот сегодня его показатели, да. В 2014 году он заработал всего 37 ярдов, будучи одним из раннингбеков наравне с Ти-Джей Йелтоном. А здесь он уже безоговорочный первый номер. И у него получается гораздо лучше. Этот забег на 30 ярдов только подтверждает то, что сегодня Дерек Хенри одна из вот как раз немногих причин, почему Алабама еще в игре. 2-10. Кокер. Хорошая передача. Стюарт. Здорово, он даже не упал. То есть он остался, удержался на ногах и дал своей команде еще ярды. Так что ему даже первый даун сейчас могут судьи вручить. Красивая работа. Вот так вот, оп, удержался на ногах. Легкое сальто.
И первый даун. Сейчас посмотрим, что скажет судья. Новую комбинацию тем временем назначают Алабама Кримсон Тайд. Измерение идет первого дауна. На втором дауне, соответственно, нужно сейчас понять, первые 10 или третий и 1. Ну-ка. Судья показывает, что опять миллиметров не хватает. Вот опять миллиметров. Опять меньше полуярда. То есть тут треть ярда, четверть ярда. И с таким раннингбеком, как Дерриком Хенри, по идее, проблем быть не должно с добыванием первого дауна и уже красной зоны. Третий и 1. Совсем чуть-чуть остается для Алабамы. Для того, чтобы заработать еще один тачдаун, но нужно сейчас сделать первый даун. Кеннион Дрейк. Ему доверили. Он убегает по краю. И до 5-ярдовой отметки доходит. Первый гол с 5 ярдов. Алабама соперника на выносе стала прижимать лучше. Это интересно, что Алабама все равно выносных комбинаций меньше, чем пасовых. Хотя пас сегодня работает очень слабо. Дрейк опять дает отдохнуть Дерику Хенри. Дрейк зарабатывает 2 ярда. У Дрейка сегодня как раз 2 ярда – это средний показатель за попытку. У Хенри уже за счет забега на 30 средний показатель 5,7. Оу-Джей Ховард, сейчас к нему тоже внимание. Номер 88-й тайд-энд, который самой большой целью на поле является. 1,98 м его рост. Но пока на блоке работает. Кокер сам. И тачдаун. Доталкивает большой квотербек Алабамы свою команду до тачдауна. И таким образом Алабама еще живет. Под завершение уже третьей четверти Кримсон Тайд до 13 должны отставание сократить. Им не нужно играть двухочковой реализации, потому что если они сделают 3 тачдауна, они выйдут вперед. Разница в счете 20 очков, а не 21. А набирая 3 тачдауна, ты зарабатываешь именно 21. Кокер молодец. Хорошая работа. Вот он, опять же, квотербек, который начал сегодняшний матч на скамейке запасных, потому что посчитал, что Купер Бейтман будет более полезным в этой ситуации, Ник Сейбан. Вот, опять же, Сейбан об этом говорил, что он принимать решение о квотербеке, ну, то есть это было перед первым матчем, но ничего не поменялось, на самом деле, спустя вот две баталии, перед каждым, по сути, розыгрышем, перед каждой четвертью. То есть вот он смотрит, кто ему больше нравится, кто лучше готов в каждый конкретный момент. Он посчитал, что лучше к матчу готов был Купер Бейтман. Но Купер Бейтман сыграл очень слабо. Кокер играет гораздо интереснее, хотя его точность далеко не идеальна. И сегодня, опять же, Кокер мог бросить уже не один, не два перехвата. То есть Бейтман бросил один перехват, а Кокер мог бросить 2 перехвата. Но Кокер идет лучше. Он и тачдаун сделал, и на выносе прекрасно дорабатывает. И вот периодически на пасе тоже в ресиверов попадает, дает своей команде шанс. Вопрос о квотербеке Алабамы до следующего сезона остается открыт. Уже в следующем году, по идее, квотербеком должен на ближайшие 3 года становиться этот молодой парень, пришедший перед началом этого сезона, Блейк Барнетт. Здесь еще есть третьекурсник квотербек Алек Моррис. Но я не уверен, что дадут ему возможность поработать. То есть он был тоже кандидатом на место старта, но изначально он был посеян ниже 2 вот тех парней, которых мы сегодня видели. Минута 33 до завершения третьей четверти. Великолепный начальный удар от Адама Гриффита. Смотрим, что делал сегодня Чет Келли. Вот это быстрое решение, которое он сегодня принимал. 1,5 секунды до броска. Это хороший результат. Это то, что будет полезно в НФЛ. Вот еще разок. 1,2 секунды. То есть он может принимать решение быстро. И вот тоже 2 секунды. Это хорошее решение, когда ты всего 2 секунды тратишь. За 2 секунды тебя очень редко будут сносить. То есть это должен быть какой-то грандиозный прорыв линии блока, чтобы тебя за 2 секунды снесли. Или должен быть очень плохой снэп, чтобы обработать его, нужно было еще время дополнительное. Первые 10 у команды Ole Miss Rebels. Да, вот в третьей четверти ярды после приема. В первой половине их было всего 12. Вот за счет этого суперзабега на 66. И потом еще и, соответственно, суперзабега. Там еще парочки тоже хороших забегов от Лаквона Тридвелла.
от Коди Кора. Так, защита Алабамы. Ну-ка, не было ли здесь нарушения за захват за маску? Нет. Судья молчит. Еще один очень сильный обороняющийся. Уже совсем скоро игрок Национальной футбольной лиги. Демонстрирует свой серьезный атлетизм. Марион Хамфри. Марлон Хамфри. Первогодка. Высоко посеянный перед стартом своей студенческой карьеры. Он пришел как лучший корнербэк класса игроков вот на драфт 2019 года. Лучший корнербэк. Ну что, опять проснулась публика в Алабаме. 100 тысяч человек вновь болеют за красных. У Чеда Келли нет ни единого шанса уйти от соперников. Продавили линию блока представителя Алабама Кримсон Тайд. Оформили долгожданный сек. Дэшон Хэнд, второгодка, дефенсив лайнман, стал автором этого захвата. Он прорвался с края, уничтожил, причем он даже посадил на пятую точку своего соперника, левого текла Купера. У команды Ole Miss Rebels. Да, это вот работа один на один. Смотрите, как смяли. Просто в бутерброд превратили бедного парня. Сломали пополам. Полминуты до завершения третьей четверти. Алабама еще до завершения четверти может успеть вернуть себе мяч. Но 3-17 можно реализовать. Вероятность еще остается. Вот что творит Алабама. Вот это матч. Please reset the game clock to 38 seconds. 38 секунд. Даже добавляет времени судья, что тоже встречается восторженными возгласами поклонников Crimson Tide. Thank you. Итак, Чет Келли. Ну что, пасовая комбинация тоже из шотгана с пятью ресиверами, скорее всего. Что мы сегодня уже несколько раз наблюдали. В общем-то, они периодически приносят успех. Так, посмотрим, побежит ли ловить раннингбэк. Да, побежал, это Уолтон. Но некуда бежать совершенно, какая защита от Алабамы. Включились в работу Crimson Tide на 100%. Лучше поздно, чем никогда. Джонатан Аллен. Очень сильный дефенсив лайнман, третий курсник. Валит соперника, сносит его на полной скорости. Джонатан Аллен считается среди уже опытных защитников, среди способных выйти на драфт, одним из тоже 10 сильнейших линейных. Но, в общем-то, в Алабаме в стартовом составе другие-то люди не представлены. Тоже будущий миллионер и выбор в одном из первых раундов драфта. Помогает своей команде сейчас под завершение четверти, ну, практически вернуть себе мяч. Будет пан в начале четвертой у Ole Miss. Пант из своей зоны совершает команда Миссисипи. И более того, там даже сносят пантера. Посмотрим, было ли нарушение. Был ли там флаг на поле? Нет. Снос пантера оставили без внимания. И Алабама в центре поля получает мяч. Впереди 15 минут. Веселуха продолжается. Да, команда еще и к тому же результативно играет. То есть мало того, что весело, так еще и результативно. 30-17. Алабаме нужно отыграть два тачдауна. Задача, конечно, безумно сложная. Но все бывает. Хидрокок сообщает, она работает на бровке со стороны команды Миссисипи и говорит, что проблемы есть у Rebels с выносливостью, потому что вот Алабама, она чем дальше, тем более начинает проводить длинные драйвы, выматывающие для защиты. И наставник обороны команды Ole Miss настаивает на том, чтобы игроки, если они чувствуют хотя бы минимальную усталость, если они хоть чуть-чуть вот потеряли дыхание, чтобы они сразу же шли меняться, чтобы они не ждали, пока через них пройдет большой розыгрыш.
Кокер на Деррика Хенри. Тот получает блоки, делает первый даун. И проходит до отметки уже в 30, даже больше, даже уже в 27 ярдов на чужой половине поля. Вот опять О'Джей Ховард, хороший блок. Хенри сам убрал соперника. Его первый никогда практически не останавливает защитник. Лайнбекер, корнербэк, ему все равно. Обычно только второй, третий. Это говорит, и вот опять подтверждение. Трех игроков снял. Прошел 9 ярдов. Настоящий танк. Причем быстрый танк. Надо отметить, что средняя скорость Деррика Хенри и как бы номинально скоростного Кеннина Дрейка оценивается примерно в одинаковых величинах. То есть 40 ярдов, если верить, Деррик Хенри способен пробежать за 4,4 секунды. Это очень много. То есть это очень быстро. 4,4 для такого танка, для такого 115 килограмм огромного раннингбека. 2-1. Осталось до эндзоны меньше 20 ярдов. Расставляет нападение своей команды Кокер. Хенри опять. Первый даун опять остается на ногах. Что за раннингбэк? И вот уже будет 1-10. Или даже будет уже первый гол на отметке 10 ярдов. Сумасшедшая работа в нападении от Алабамы. И вообще Алабама включилась. Вот это настоящая сила Алабамы. Вот почему Алабаму называют реально одной из двух сильнейших команд в студенческом футболе. Потому что это машина. Когда у нее работает все, лучше не стоять у нее на пути. 2-1. Это даже лучше для команды Алабамы, чем 1-10. Сейчас можно заработать, соответственно, первый даун, потом еще работать на первых даунах. Кокер. Ну что, опять на Хенри, он не устал бегать? Нет, сам Кокер, передача. Ну, пас-то, в общем-то, не самый... Нет, все-таки 1-10 это был. Пас, в общем-то, не самый хороший. Келвин Ридли зарабатывает для своей команды ярда 3. Второй даун. Филгол Алабаму, конечно, как бы не устраивает. Но если это будет единственным вариантом, если это будет вариант либо длинный четвертый даун, либо филгол, наверное, все-таки Алабама пробьет филгол. Потому что еще два раза мячом она в этой четверти будет владеть. Скорее всего. 2-8. Кокер. Бросок в эндзону. И классный какой тачдаунер Дэриуса Стюарта. Каким образом он сумел уйти от двух соперников? Сейчас посмотрим на повторе. Он ушел от того, кто его прикрывал, а потом потрясающе остановился, пропустил мимо себя защитника и сделал вот уже минус 7 разницу в счете. Вот так вот, только что Ole Miss 30-10 вел. А теперь команда Алабама отставание сокращает на 2 тачдауна. Адам Гриффит пробивает экстра-поинт. С этим у него проблем пока не было, только с филголами. Да, забивает он минус 6. Что за игра? Что за матч? Какое потрясающее противостояние двух безумно сильных команд. Но только мы видели 2,5 четверти, только одну команду на поле, Миссисипи. А в течение последних, даже меньше чем 10 минут, Алабама заправляет всем. Играть еще 12 минут с половиной. Супербаталия, главное сражение этой недели, продолжается. Ох, опять хорошая оборона от Алабама Кримсон Тайд. Уже на спецкомандах доминирование начинает показывать себя. И вот радость от тренера спецкоманд. Дефенсив бэк Тони Браун на полной скорости сносит своего соперника. И таким образом до 20-ярдовой отметки останавливает Алабама продвижение Миссисипи. Алабама в предыдущем драйве просто убила линию блока Ole Miss. Продолжится ли вот это доминирование локальное? Наверное, один из самых главных моментов. Потому что если да, то Алабама выиграет матч. Если нет, у Ole Miss еще будет шанс. Конечно, Ole Miss еще может в защите показать себя, но чувствуется, что команда очень здорово устала. Хорошая передача, хороший первый даун. Нет, не первый даун, но это почти первый даун. Коди Кора новый прием, 8 ярдов он зарабатывает. Второй короткий.
правильно, начинать нужно вот с такого хорошего розыгрыша, надежного, точного, результативного, эффективного. Второй один. Сам пошел Келли. И передачу сделал, но не факт, что ее засчитают, потому что, похоже, он уже был за пределами первого дауна. Он убегает в тачдаун Коди Кор. То есть судья говорит, да, мы фиксируем тачдаун, но вопрос, засчитают его или нет. Потому что Кор, возможно, получал мяч уже после того, как Чет Келли пересек линию розыгрыша. Он бросал уже на линии первого дауна. Судьи сейчас посовещаются, будет обязательно повтор. Чет Келли спрашивает, говорит, где была моя ошибка? Illegal forward pass number 10. Offense. Естественно, это был изначально решение, это нелегальный пас вперед, потому что он был совершен уже за линией розыгрыша. Потеря дауна, естественно, еще разок. Вообще, честно говоря, вот на этом повторе, вообще-то на этом повторе, как бы его нелегальность этой передачи уже подвергается сомнению. Он, в общем-то, практически полностью, у него только одна нога пересекла линию розыгрыша, но это не нарушение правил. Вообще-то это тачдаун. Вообще-то это тачдаун, и официальный пересмотр сейчас должен это подтвердить. Потому что, опять же, правила говорят о том, что должен, грубо говоря, наступить, перейти линию, но ее не перешел, он просто как бы на ней немножко завис. И вот опять же, Чет Келли, который сейчас может дать своей команде, кто знает, может быть и спасительный тачдаун. И судья не будет иметь оснований, чтобы его не засчитать. То есть вот показывает Кирк Хармстрид, что его тело, ну, больше, чем наполовину было за линией. То есть этот розыгрыш был легальным для Ole Miss. И вот такая ошибка в обороне будет стоить Алабаме, возможно, победы в этом матче. То есть камбэк, конечно, сумасшедший намечался, но отставание опять в 13 очков будет играть очень тяжело. Итак. After review, it has been determined that the quarterback was not beyond the line of scrimmage. Команда Алабамы получает тачдаун в свою свободную эндзону. Пасовая комбинация. Чет Келли, какие сегодня два чудовищных пасовых тачдауна он сумел оформить. Удивительные розыгрыши. То есть и первый тачдаун вообще сумасшедший. Второй тоже такой, ну, на тоненького в плане сумасшествия. И что, двухочковую комбинацию будут играть сейчас представители команды Mississippi Rebels. Да, корнербеки были уверены, что Келли идет работать ногами. Келли, честно говоря, продал это очень хорошо. Все поверили, кроме ресивера, который остался верен своему маршруту и который был готов к этому приему. Тачдаун. И теперь двухочковая комбинация, чтобы сделать разницу ровно два тачдауна. Флаг на поле появляется. С отметки в 3 ярда команда Ole Miss стартует. Видимо, нарушение не в пользу команды Алабамы, и поэтому там кричит очень громко Ник Сейбан, типа, ну прекратите уже. Разница достаточно большая, 12 или 14. Нарушение по замене у защиты. Если Алабама заработает за оставшееся время 2 тачдауна, она только сравняет счет. Соответственно, если сейчас Ole Miss не реализует, то 2 тачдауна дадут Алабаме победу. «11:45 еще играть. Супер напряженный матч у нас в самом разгаре. Мы еще очень далеки от того, чтобы закончить. Итак, на Роберт Кимдичи
не сумел поймать мяч. То есть это была трюковая комбинация. Пас назад, и потом наверняка был бы от Кимдичи еще пас вперед. Но это не сработало. И Алабама будет сейчас отыгрывать отставание в 2 тачдауна. 2 минуты назад она уступала всего 6 очков. Сейчас уступает уже 12. И все делает сегодня Чет Келли. Какой матч он проводит? 300 ярдов, 15 точных пасов и 2 чудовищных розыгрыша. Один на 73 ярда только что на Коди Кор, и другой на 66. «11.45. Игра только началась у нас. Кеннион Дрейк. У него сегодня был один фамбл, но сейчас он делает хороший возврат и проходит отметку в 30 ярдов. Отмечает Кир Херстрит, вот важный момент вот в этом моменте, то есть важная составляющая этого тачдауна. Кокер тем временем загружает непонятно куда. То, что во время броска, то есть почему еще Алабама купилась на этот трюк, еще и потому, что были нарушены правила, потому что линейный, один из линейных команды Миссисипи, находился глубоко за, опять же, границей доступности, он был нелегальным принимающим. И, по сути, он шел на блок, то есть он показывал тем, что он выходит так далеко, что он блокирует для своего квотербека. И именно поэтому Алабама успокоилась, типа, раз он блокирует, значит, это не пас. А это оказался пас. И это вот то, что, говорит Херстрит, просто выводит из себя координаторов защиты в студенческом футболе. Вот такие моменты и позволяют, такие вот некие несогласованности в правилах, они и позволяют в итоге командам финишировать в матче, там, зарабатывать за матч 70 очков, 60 очков, играть матчи там 65-60, что мы видели с вами неоднократно в последние годы. 3-5. Перехват! Перехват бросает Джей Кокер. Вот он несколько раз сегодня попадал в этот потенциальный перехват. И вот наконец-то его удалось сделать команде Миссисипи. Лайнбекер Си Джей Джонсон. Выпускник. Да, то есть никак не сумел продать этот бросок на своего тайтенда О'Джей Ховарда квотербек Джей Кокер. Он допускает большую ошибку. Ну что, пора выпускать третьего квотербека. Это уже четвертая потеря для Алабамы в сегодняшнем матче. Кокер, конечно, смотрится интереснее, чем Купер Бейтман. Но есть еще третий квотербек. А есть еще и четвертый квотербек, который будет играть уже со следующего сезона. Но, может быть, и в этом году ему дадут шанс, Блейку Барнетту. Вынос тем временем в край, который дает 6 или 7 ярдов Ole Miss. Да, вот такой вот матч. Алабама готовилась сделать камбэк, была к нему очень близка. Ну и потом, соответственно, она пропускает тачдаун. И такое ощущение, что руки у игроков Crimson Tide опустились. Вот к чему это привело. Джей Кокер допускает ошибку и бросает перехват. 4 потери, 2 фамбла, 2 перехвата. 17 очков команда Ole Miss заработала после ошибок соперника уже. И вот еще есть шанс заработать 7 очков после этой ошибки. Это лайнбекер, сделавший перехват, Си Джей Джонсон. 4 секунды до начала розыгрыша. 3 раннингбека рядом с Келли. Он успевает начать розыгрыш. Бросок на одного ресивера. Это Лайкуан. 3-2, он делает тачдаун! Вот это работа! Ресивер 1 на 1.
И, наверное, уже он ставит точку, потому что разница в счете была только что 6, а теперь она 5, может быть, 20 очков. Ну, правда, и 19, я думаю, Ole Miss вполне будет достаточно. Лэг Уан Тридвелл перепрыгивает Сайруса Джонса. Вот это один из моментов, когда наконец-то на удобной высоте была сделана для Тридвелла передача. На высоте, на которой Джонсу будет очень тяжело работать. Ему нужно для этого выпрыгнуть на метр. На такой скорости это сложно себе представить. 43-24. Экстра поинт забили представители Mississippi Rebels. Лэг Уан Тридвелл. Прекрасная передача. Это третий пасовый тачдаун Чеда Келли. И у него больше 300 ярдов сегодня на пасе. Вот это матч проводит человек, у которого до этого не было ни одного подобного матча в карьере. Ни один раз он не играл с таким сильным соперником. Да, то есть у нас намечается не просто сенсация, так еще и разгромная сенсация. Что это, наверное, самое интересное, самое удивительное. То как, не просто что могут выиграть, да, второй матч подряд, причем играя разным составом, играя с разными квотербеками Ole Miss Rebels, но они еще и выигрывают на выезде. Ладно, в том году выиграли один тачдаун, там даже меньше 6 очков выиграли у себя дома. Но сегодня разносят соперника. Так много хороших моментов в защите, в первую очередь. 4 спровоцированные потери. И после них, вот мы отмечаем, набирают 24 очка после 4 потерь. Разгром настоящий. И Алабама сама ни одной потери не провоцирует, ничего сделать совершенно не в состоянии. Хидер Кокс также рассказывает, вот, что Лэг Уан Тридвелл, герой предыдущего эпизода, тут я уже говорил, один из сильнейших ресиверов, опытных, это лучший ресивер, третьекурсник. У него была чудовищная травма голеностопа, у него была очень большая операция в ноябре 2014 года. Под огромным вопросом стоял, в принципе, вот, факт его возвращения в американский футбол. Но он вернулся и вернулся, такое даже ощущение, что еще более сильным игроком. Что сейчас он пытается как раз доказать в университете Миссисипи. Высокий, быстрый, с хорошими руками, с хорошим пониманием того, как работать парень. Девять минут 45 секунд. Времени, конечно, еще предостаточно, чтобы что-то придумать, но все-таки разница 19 очков. Красивая передача, точный пас. Да, вот не обратил внимания, кто квотербек, но, скорее всего, тот же самый Кокер, а ловил мяч Эрдерио Стюарт. Джейку доверят, видимо, завершить сегодняшний матч. Если, конечно, не будет еще одного перехвата, то он продолжит работу. Если будет еще один перехват, то на этом уже закончится для него история сегодняшнего дня. Ну и, наверное, будет третий квотербек. Кокер, бросок. Стюарт был один, поймать не сумел. Любопытно, сегодня вот матч был с участием команды Ohio State Buckeyes. И в этом матче Ohio State одержал очень тяжелую победу над тотальнейшим аутсайдером, над командой Северного Иллинойса. История главная заключается в том, что были использованы опять оба квотербека, и Джей Ти Берретт, и Кардел Джонс. Причем Джонс играл слабо, Берретт сыграл получше. Вытащили матч, выиграли. После окончания матча сказал Урбан Мейер, наставник команды, говорит,
Наверное, пришло время определиться с квотербеком и забыть уже о том, что есть какая-то борьба, дать одному парню, пусть он работает весь сезон. Может быть, Нику Сейбану придется выступить с таким же заявлением, потому что команда Огайо Стейт, она спаслась от поражения против Северного Иллинойса, а вот Алабама сегодня от поражения уже, скорее всего, не спасется. 3-10. Прекрасное давление опять оказывает Роберт Нкимдичи. Опять при достаточно, то есть пустополных, но при этом очень спокойных трибунах. Никто не мешает ему заниматься тем, что он умеет лучше всего. Вот он готовится опять прорываться. Какой сумасшедший, конечно, тоже. Какая сумасшедшая сила. Ой, перехват мог быть. Мог бы перехват это что-нибудь даже изменить в положении вещей, но он не был сделан. Был к нему близок лайнбекер Адонис Томас. 4-10. Будет пант, который... Пант логично, что можно было бы сейчас исполнить, но нет. 4-10. Алабаме терять нечего, нужно играть. Потерять мяч в центре поля, это уже не имеет большого смысла. Да, стоит вспомнить, конечно, что Ole Miss, тоже команда конференции SEC, представителя самой побеждающей конференции последних 15 лет. И, соответственно, Ole Miss после этой победы определенно будет котироваться очень высоко. И кто знает, может быть, именно эта команда в итоге выиграет этот тяжелый дивизион. Итак, команда Миссисипи за 9-11 до конца будет сейчас пытаться вернуть себе мяч. 4-10. Сложнейшее положение у Джейка Кокера. Он уходит от сека, попадает в ресивера. Наконец-то вот столько было таких моментов, когда Ричард Малони никак не мог поймать мяч на отметке первого дауна. И вот ему удалось это сделать. Кокер молодец. Ушел от сека. Принял верное решение. Здорово исполнил. Попал. Выиграл. Это локальное, да, локальное противостояние со своим соперником с защитой. Зрители нам показали в паузе, уже покидают активно домашний стадион Алабамы. Зрителей все меньше и меньше. Кокер пытается вернуть команду в игру. И опять на выносе, в общем-то, неплохо трудится. Зарабатывает для своей команды хотя бы 5 ярдов. Вынос Алабамы сегодня ведь в сумме-то работал неплохо. Ни одного фамбла вынос Алабамы не совершил. 170 ярдов. И Деррик Хенри, и Джей Кокер очень здорово используют свои таланты на выносе. Но при этом на пасе 2 перехвата и много неточных передач, особенно у Кокера, у которого после этого броска точность становится 15 из 33. 150 ярдов, 2 тачдауна, 1 перехват. Его соперник Чет Келли, который начал матч примерно с этой же точностью, сейчас имеет 320 ярдов, 3 пасовых тачдауна, ни одного перехвата. Ошибки были. Одна из его ошибок привела к тачдауну его же команды чудесным образом. Но все равно Миссисипи, даже с учетом этой ошибки, сегодня сильнее. Хенри. Первый даун. Надо отметить, правда, что Миссисипи сегодня, конечно, сильнее, но, наверное, все-таки не на 19 очков. То есть по игре разница должна быть в один тачдаун, не больше. Но Миссисипи все равно сильнее. За сегодняшний матч команда Алабамы пропустила 2 тачдауна на 60 ярдов и более. Вот тот странный розыгрыш, когда был непойманный пас, превратившийся в 66-ярдовый тачдаун. И потом уже такой полутрюковый розыгрыш и ловля Коди Кора 73 ярда. Это любопытно, потому что Алабама за весь прошлый сезон пропустила 2 тачдауна на 60 ярдов. И она пропустила 2 тачдауна за один сегодняшний матч.
Второй 7. 7 минут 40 секунд еще играть. Разница 19 очков. 3 тачдауна разница. Без шансов. Келвин Ридли его захватывает с потерей большого количества ярдов. Вот так вот аккуратненько вышел на подстраховку своих партнеров по команде defensive lineman Ченнинг Уорд. И отлично схватил соперников. То есть он был вообще с другого края поля. Он прибежал с другого края поля. Прекрасная работа. 3-10. Потеряли 3 ярда официально, хотя бы ощущение было больше. Попадает Кокер по О.Джей Ховарду. И в 5 ярдах от эндзоны оказывается команда Алабамы. Алабама сегодня, это тоже забавно, она играет гораздо лучше на третьих даунах. То есть вот у Алабамы точность лучше, исполнительское мастерство всех игроков на более высоком уровне. То есть Алабаме нужно, чтобы каждый розыгрыш был третий даун. То есть сейчас третий гол нужно представить игрокам Алабамы. Тогда, возможно, все будет гораздо проще. Заработать нужно еще один тачдаун, еще 5 ярдов. Кокер в край поля бросок хочет совершить. И бросает за пределы, потому что некому отдавать этот мяч. Второй гол. Разводит руками, типа, что я мог сделать? Четыре ярда. Второй гол. 5 ресиверов. Один из них это тайтенд Ховард, очень высокий. Но бросает на другого принимающего, на Ридли. И получает флаг. Команда Алабамы. Будет, соответственно, еще один первый даун. Это Дензел Кимдичи. Перспективы Дензела Кимдичи в профессиональном футболе далеко не такие большие, как у его брата. Он, в принципе, далеко не такой большой, как его брат. Тоже вот Дензел старший брат, но он 1,78 м, 90 килограмм. А Роберт 193-135. Помеха принимающему. В общем-то, ничего особенного она в себе не несет. Просто Алабама, скорее всего, заработает тачдаун. Но разница в счете останется очень большой. И только чудо, опять же, только в потере мяча, либо какие-то трюковые розыгрыши, например, онсайд-кик, могут помочь Алабаме это отставание отыграть. И Дерри Хенри тачдаун. Зарабатывает он тачдаун свой первый в сегодняшнем матче. До этого просто тащил мяч, но тачдаун на выносе единственный заработал Джей Кокер. Алабама переходит отметку в 30 набранных очков. Хенри, хорошие блоки, у него здесь было свободное пространство, он им воспользовался и даже не упал. Он, в принципе, не любит падать, любит стоять на ногах, у него это очень хорошо получается. Ну что ж, Алабама будет играть двухочковую комбинацию, чтобы разница в счете стала 11. 11 – это филгол плюс тачдаун с еще одной двухочковой реализацией. Так что вот это такой просто мини-шанс. Нужно сейчас сделать реализацию, чтобы потом сделать еще один тачдаун с реализацией, потом забить филгол, сравнять. Но нет реализации, передача Кокера не точна из-под большого давления. И таким образом Алабаме нужно зарабатывать 2 тачдауна за оставшиеся 6:36, чтобы побеждать. У Алабамы еще есть 3 тайм-аута. Вспоминаем Джонни Манзелла, его выступление против Алабамы, где он тоже принес своей команде 40 очков. Он там творил сумасшедшие чудеса, типа вот такого тачдауна. Вот, соответственно, то, что было сегодня, когда в третьей четверти Чет Келли. Но это по безумию, конечно, куда более сумасшедший момент. То есть тачдаун этот никогда не должен был состояться. То есть ладно, там Джонни Манзелл, который там просто крутился, вертелся в конверт. Это был просто изначально ошибочный розыгрыш. Квотербек не должен был бросать мяч, он его бросил. И чудом он достался ресиверу. Алабама сегодня вот как раз первое поражение с 2012 года против команды Техас А&М может потерпеть.
на своем домашнем стадионе. 17 побед подряд Crimson Tide у себя дома вот на этом вот сумасшедшем 100-тысячном стадионе одержали. Сейчас отставание у команды 13 очков. Время еще есть. Его не так много. Опять же, вопрос еще в том, сумеет ли команда Ole Miss еще очки набрать. Хотя филгол не обеспечит Ole Miss как бы победу, потому что филгол это все равно два драйва дистанция. Это два тачдауна с двухочковыми реализациями. Ну что, Адам Гриффит будет, похоже, исполнять этот автор нелегкой судьбы онсайд-кик. Если вы не смотрели наш сюжет, я быстренько про него расскажу, раз он сегодня к нам как-то в экраны не попадал. Так, онсайд-кик. И Алабама! Ух ты! Причем ловит на 30-ярдовой отметке. Ничего себе! Ничего себе, Алабама! И зрители оставшиеся, 1070, ну, может, меньше, может, больше, кто знает. Они приветствуют. И это абсолютно по правилам. Абсолютно по правилам. Онсайд-кик, который на 30-ярдовой отметке практически был пойман. Фантастика какая! Это Эрдэриус Стюарт. Он ткнул этот мяч. И потом на него прыгнул седьмой номер Алабамы. Тони Браун, defensive back. Вот это да! Вот это шанс! Вот это шанс! Нет, про Адама Гриффита я никогда вам не расскажу, поэтому смотрите эфир Viasat Sport. Этот сюжет будет еще неоднократно в нашем эфире. Итак, Тони Браун. Ну, судьи, я так понимаю, не будут оспаривать этот момент. То есть они не будут там пытаться придумать, что игрок Алабамы намеренно ткнул мяч вперед. То есть намеренно игра вперед. Это же все-таки американский футбол. Здесь пас вперед запрещен. Так что играем. Кокер сносит его. Это Роберт Кимдичи. Очередной захват с потери ярдов. Смотрите, какой разворот. Какой техничный разворот против одного из сильнейших линейных студенческого футбольного чемпионата. Роберт Кимдичи. Вот они. 135 неостановимых килограмм. 9 ярдов потеряли Crimson Tide. 6 минут играть. 40 ярдов до эндзоны. Но это короткий пас. Отыгрывает какую-то часть Ридли вот этого расстояния до первого дауна. Ну, в любом случае, третий и четвертый дауны еще у Алабамы есть. Алабаме нужны два тачдауна. Алабаме филголы не нужны. Третий и 11. Четыре ресивера и Дерек Хенри на блоке. Может быть, тоже пойдет принимать. Остался на блоке пока. Хорошая передача. Малони. Малони начинает ловить. Потихонечку справляется он. В общем-то, чем дальше, тем лучше он справляется с персональной опекой своего соперника. И он сегодня самый частый адресат для передач Джейка Кокера. У Малони это официально шестой прием, хотя Эрдэриус Стюарт поймал больше, но в его сторону было, в принципе, меньше бросков. Хенри, вынос. Опять этот танк зарабатывает 6 ярдов для своей команды. 5 минут с половиной. Интересно, если сейчас заработает еще один тачдаун команда Алабам, будет ли она бить опять онсайд-кик? Раз предыдущий был таким успешным, будет ли она еще раз это чудо делать? Хенри, тачдаун будет, возможно, в следующем розыгрыше. А пока просто очень хороший первый даун делает этот супер-раннинг-бэк. У него сегодня уже больше 130 ярдов против этой сумасшедшей защиты. Это потрясающий результат. И Хенри надеется дать своей команде сегодня победу. Если камбэк состоится, это будет определенно самый безумный матч, который мы с вами когда-либо видели в прямом эфире. Нет, Хенри не останавливает. Хенри останавливает, не дает ему зайти в эндзону. Ярд полтора, тем не менее, приносит своему коллективу второй номер Алабама Crimson Tide. Тяжело дышит, но ему здесь не выбирать. Ему нужно работать, потому что Кеннион Дрейк сегодня вообще без шансов. 11 выносов, 30 ярдов его показатели. Кокер, пас в край, хороший блок. Кокер, тачдаун, Ричард Малони. Второй тачдаун в сегодняшнем матче. Седьмой прием. Так. Становится еще интереснее. С ума сойти, что за матч? Что за игра? Итак, Алабама, 36-43. Ну, должна опять же сейчас забивать экстра-поинт. И затем, если она успеет сделать тачдаун,
экстра-поинтом она выиграет матч. Что творится? Что происходит? Зрители Алабамы, ну, какая-то часть зрителей, я, наверное, все-таки, преувеличил, сказав, что ушли 30 тысяч человек. Сколько-то тысяч точно ушли, но огромное количество людей еще остались поддерживать Crimson Tide. Они верят в то, что Алабама может. И после вот такого опять рывка в два тачдауна, Алабама сейчас опять от зрителей получит феноменальную помощь. Адам Гриффит, вот его прекрасная работа. Это он совершил этот великолепный онсайд-кик, который Алабама обработала. Да ладно уж, расскажу вам, если вы уж правда не смотрели про Адама Гриффита. Парень родился в Польше, его звали по-другому, у него было другое совершенно труднопроизносимое обычное польское сочетание имени и фамилии. И его родители были, мама была алкоголичкой, папа сидел в тюрьме. Он в 6 лет начал курить, в 10 лет он начал употреблять алкоголь. И, соответственно, так как его родители были неспособны, он, в общем-то, жил где угодно, только не в доме. То есть он спал в парке, он спал где придется. Какое-то время он провел в детском доме, и он был одним из, соответственно, кандидатов на усыновление, так как у его родителей не было родительских прав, они их лишились. Он был кандидатом на усыновление, и усыновила его американская семья, семья Гриффит, которая перевезла его там в возрасте 11, по-моему, лет в Северную Америку. И, соответственно, вот через... Ну, он выучил английский, он проникся американским футболом, он является стартовым кикером Алабамы. А в сюжете нам показывали, как он вернулся домой со своей уже нынешней семьей и пообщался со своими родителями. Показал им на планшете такой американский футбол, чем он занимается. Они сказали, что они очень горды, и сказали, что у нас в семье до этого кикеров Алабамы не было. 4:33 играть. Еще в четвертой четверти. Ну, уже в матче. Тут вероятность овертайма минимальна совершенно. Он сайд-кик, похоже, бить не будут. Похоже, обычный удар Адама Гриффита. Бьет он высоко, не очень далеко, чтобы не было возврата. Fair catch на отметке 20 ярдов. Вот это да! Вот это да! И теперь Ole Miss. Ole Miss нужно заработать несколько первых даунов, чтобы не дать сопернику шанса на камбэк. Если же Алабама получит мяч... Ну что, каковы ваши ставки? Предположим, Алабама получит мяч, у нее 2 минуты, пара тайм-аутов. Какова вероятность победы, как вы считаете? Кто скажет 80%? Кто скажет 70%? Кто скажет 20%? Не знаю, если 2 минуты и 2 тайм-аута, я бы сказал, что у Алабамы хорошие шансы, больше 50% на победу. Ну а пока у Алабамы мяча нет. Пока у Алабамы только лишь большая решимость в глазах вернуть себе снаряд. Побить опять Чеда Келли. Вынос самого Келли, как его сносит жестко, без нарушения правил. Первая остановка есть. Зарабатывает этот захват 30-й номер Дензел Девейл. Выпускник лайнбекер. Ух, как жестко, а! Чуть голову не оторвал своему сопернику. Но судья говорит, без претензий. Очень громко сейчас поддерживает Алабама. Поддерживают Алабаму зрители на стадионе. Келли сам, передача в край. Хорошая ловля и первый даун, и больше. Вот такая работа. Вот такой важнейший первый даун зарабатывает команда Миссисипи. Это ресивер Демори Стрингфеллоу. У него удивительное сочетание имени и фамилии. У него имя Деморе, потом апостроф, еще буквы две гласные буквы ЕА. То есть Демория Стрингфеллоу. Вот родители прикольнулись, когда вручили ему такое. 3:40. 13 секунд до начала розыгрыша. Ole Miss. Будет ли тайм-аут брать? Нет. Договорились. Встали. Готовы. Стартует Келли. Пас в край. Это заслоны. Но заслоны много не дают. 1, максимум 2 ярда. 3 минуты 18. Еще 40 секунд потратят на следующий розыгрыш. Ole Miss Rebels. Опять Стрингфеллоу был адресатом для этой передачи. 2-й день. Тайм-аут. Кто берет его? Берет его Алабама. Так, уже Алабама сейчас рискует. Сейбан рискует уже сейчас. По сути, он ставит
на эту комбинацию, то есть на эту серию даунов. Если сейчас Ole Miss удастся на втором или на третьем дауне сделать первый даун, это серьезно ударит по шансам Алабамы на победу в этом матче. Там на бровке Адам Гриффит разбрасывается с Джей Кей Скоттом, то есть кикер разбрасывается с пантером. Они развлекаются таким образом. А вот нам показывают таблицу лучших команд. Южная Калифорния сенсационно проиграла. Ну и, соответственно, Алабама, у которой сейчас отличная возможность одержать просто гениальную, конечно, победу. То есть два камбэка во время матча с 20 очков, с 19 очков или с 18. Но вот сейчас этот шанс все равно остается. Второй и 9. Второй и 9. И квотербек Чет Келли. Посмотрим, что выберут. Будет ли это пас или это вынос. То есть как бы под пас вроде бы все это. Шотган и 4 ресивера, но может быть и вынос. Сам Келли пошел. Его хватают легко. Еще один тайм-аут будет взят сейчас Сейбаном. Мощнейший получился прорыв передней линии блока. И Реджи Регланд, звездный лайнбекер, опять на острие вот этой вот защитной единицы. Ну-ка, насколько хорошо сработал Регланд. Он прочитал все и молниеносно принял решение, куда нужно пойти. У тайденда не было ни единого шанса Регланда закрыть. Это был, причем, тайденд Эван Инграм, который идет как один из сильнейших тайдендов. Не только своей команды, он сильнейший тайденд своей команды, но и один из сильнейших тайдендов студенческого футбола, третьекурсник. Он все больше и больше приемов мяча совершает, при этом еще и хорошим блокирующим является. Но против Реджи Регланда это не сработало. Тачдаун Алабамы выиграет матч. Но у Алабамы пока нет мяча. Если Алабама сейчас остановит соперника на третьем дауне, она этот мяч получит. Она его получит за 3 минуты до конца, без тайм-аутов. Так, помогает сейчас Реджи Регланду один из сотрудников по экипировке Алабамы. Он не принимает участие в этом розыгрыше. И вот опять Чет Келли общается с тайдендом Эваном Инграмом. Неужели... Так, тайм-аут или что? Ошибка. Ой, какая ошибка совершена. Не успеет команда Алабамы. Или успела каким-то чудом команда Алабамы вернуть необходимое количество игроков. Перестраивает прямо сейчас свою защиту Алабама. После тайм-аута вот такая ошибка. Давление. Бросок. Перехвата нет. Перехват мог быть. И перехват бы сейчас очень помог Алабаме. Но это пока всего лишь, в кавычках, конечно, всего лишь это 3 минуты тайм-аут. И пант, который со своей половины поля будет пробивать команду Ole Miss. Вот опять же два ресивера. Ресиверы тайден. Тридвелл и Эван Инграм. Решение хорошее, конечно, но только Тридвелл не освободился от своего соперника. Сайрус Джонс на возврате панта. Итак, пант. Удар есть. Удар в край. Хороший пант. И Джонс его захватывают на 5-ярдовой, на 6-ярдовой отметке. Прекрасная работа. Очень длинный драйв нужно будет сделать Алабаме, чтобы выиграть сегодняшний матч. Это все обеспечивает 23-й номер дефенсив-бэк Карлос Дэвис. 93 ярда отделяют Алабаму от победы. 3 минуты, 1 тайм-аут. Наличие Деррика Хенри. Наличие периодически попадающего по своим ресиверам и исполнившего сегодня 40 передач уже Джейка Кокера. Запасного, кстати, квотербека. Он вышел вместо Купера Бейтмана, который не очень здорово начал матч. 40 передач. Ну вот 39 по версии ESPN. 37-43. Тачдаун Алабама выиграет матч. Вот это концовка. А мы чего ожидали, да? Чего-то другого от этого суперматча? Лучшая игра недели. Как и получается. Кокер сам. Первый даун и больше. 30-35. С ума сойти. Что за выносы сегодня у Кокера? 7 выносов. Больше 50 ярдов он зарабатывает на выносах. С одним тачдауном. Джейк Кокер. Да, он сегодня на выносе гораздо опаснее, чем на пасе. Это два следящих лайнбекера.
и они следили, почему-то они встали в одном месте, они были в одной точке, это большая ошибка. Лайнбекеры не должны находиться в одной точке, они должны прикрывать как можно больше пространства вместе. Первые 10. Кокер, время есть, бросок тяжелый, под прикрытие, перехват, все. И команда Алабамы, у нее, конечно, шанс остается только теоретический. Снесли на полной скорости Кокера, вынесли из него всю душу. Душа примерно, наверное, там и на поле останется. Сумасшедший удар. Ну, естественно, не было ни единого шанса поймать этот мяч. Перехват оформил Тони Бриджес. А Кокеру помогают покинуть поле, потому что сейчас он получил один из самых сильных ударов в своей жизни. Кто это был? Ким Дичи, что ли, опять? Нет, это не Ким Дичи. Ким Дичи был с другой стороны. Да, вот такой defensive end. Маркис Хейнс. Ну и перехват. .236 до конца. Алабама только теоретический шанс оставляет себе, имея один тайм-аут. Она на чужой половине поля, что тоже важно. Кто знает, может быть и фамбл. Фамблов сегодня не было. Кокер сам. Хорошая работа. Он сделал первый даун и попытался остаться в пределах поля. И еще и более того, захват сзади против Келли. Еще 15 ярдов получит команда Миссисипи. Ну что, у нас сегодня как было? Два раза. Два раза Ole Miss вел много. Два раза Алабама догоняла. Зрители начинали орать, как сумасшедшие. И потом ничего хорошего не было. Да, естественно, первый даун. Идет вперед нападение Алабамы. Сайрус Джонс. Но это захват за маску. В любом случае. И вот сложно, конечно, сказать, что дальше будет делать команда Алабамы с позиции квотербека. То есть Джей Кокер сегодня, ну, он действительно сыграл очень достойно. У него действительно многое получилось, многое не получилось. Но он смотрелся интереснее, чем Купер Бейтман. И дал своей команде сразу два шанса на победу. Но этими шансами оба раза его команда воспользоваться не смогла. Итак, Алабама останавливает соперника. Сейбан берет тайм-аут, естественно. Еще, опять же, отмечаем, два раза по 40 секунд, минута 20. И считанные секунды, меньше полминуты останется у Алабамы, чтобы сыграть ответный драйв, если, конечно, Алабама вернет себе мяч. 5 потерь, после них было набрано уже сегодня 24 очка. Разница в счете 6, так что сами считайте, насколько потери сегодня имеют для этого матча значение. Алабама готовится не дать сопернику заработать ярды. Ну, в общем-то, неплохой вынос получается Джейлена Уолтона. Сегодня ему, в принципе, не дали заработать чего-то достойного. 10 выносов, 25 ярдов. Вот уже 11-й вынос. 3-6. Время идет. У тайм-аутов Алабамы больше нет. Сейчас будет еще одна комбинация. Но если она не принесет Ole Miss первого дауна и автоматической победы, то Алабама будет крошечный, просто мини-мини шанс. Ну и этот сумасшедший матч, если он завершится броском в тачдаун на Алабамы одновременно с сиреной через все поле, я думаю, что мы ничему уже не удивимся.
Тайм-аут берет сама команда Миссисипи. Останавливает время на отметке минута 16. И будет еще один розыгрыш. Если его реализует сейчас команда Миссисипи, она побеждает. И, в общем-то, уже будут принимать поздравления Rebels. В их расписании еще три сильных соперника. Все-таки это тяжелейший западный дивизион. Самый сильный дивизион студенческого футбола. Техас A&M, Auburn, LSU, Арканзас, Миссисипи Стейт. Все пять соперников серьезные. Три из них уже сейчас посеяны. Рейтинг сеянных может измениться. А фанат пишет: моя первая игра, то есть первый матч Алабамы, на котором он сам вживую присутствует. Да, и это один из самых веселых матчей в истории Алабамы. Третий и шесть. Вынос Уолтона. Оббегает соперника. И судья скажет. Что скажет судья? Он говорит первый даун. Или? Вот они, судьи сейчас на линии совещаются. Они ставят как раз на желтую отметку. И сейчас будут измерять. Если они сейчас измерят первый даун. Если хотя бы миллиметр будет в плюс для Ole Miss. Матч заканчивается. Если нет, Миссисипи вряд ли будет рисковать, отдаст сопернику мяч пантом и будет полагаться на оборону во главе с Робертом Кимдичи, который сегодня провел абсолютно гениальный матч. По-моему, 4 захвата у него с потери ярдов, сек у него точно есть. Так, смотрим. Есть запас, мини-шанс, теоретическая возможность остается. По идее, должны сейчас счетчик запустить представители судейской бригады. Минута, 1 секунда до конца. Ну что, тяжелое решение. Ну, я не знаю, Хьюфи, насколько оно тяжелое. Защита тащит сегодня Ole Miss в течение всего этого матча. Да, конечно, во второй половине пропустили много. Пропустили 27 очков, пропустили 20 уже в четвертой четверти. Но все-таки это защита Миссисипи. И там есть Роберт Кимдичи. А еще и к тому же, кстати, находится же ведь Rebels на чужой половине поля. И сейчас тайм-аут, по идее, возьмет Хью Фриз. И будет его команда филгол бить. Если захочет, конечно. Вопрос, захочет ли. Филгол отсюда 47 ярдов. Если филгол забивает Миссисипи, побеждает. Отыграть 9 нереально одним владением. Если не забивает, то Алабамы, ну не короткое, конечно, поле. 70 ярдов, но все-таки ближе к эндзоне, чем могло бы быть. Вот так вот. Берет еще и к тому же Хью Фриз не только тайм-аут, но еще и челлендж. Хочет, чтобы судьи пересмотрели эпизод с падением его раннингбека Джерина Уолтона и поменяли положение мяча. Да, в общем-то, судьи поставили мяч точно туда, где и было падение, так что вряд ли что-то изменится. Просто очень красиво Уолтон проехался после этого падения. Но это в Национальной футбольной лиге можно, опять же, хоть ползти по полю с мячом в руках. Пока тебя не тронул защитник, ты считаешься игроком, как бы ты считаешься в игре. А все-таки в студенческом футболе 3 точки и заканчивается твоя работа. Вряд ли челлендж принесет что-то Миссисипи. Но в любом случае это тайм-аут. И в любом случае либо филгол, либо пант. Команда Миссисипи будет сейчас пробивать за 36 секунд до конца этого абсолютно сумасшедшего матча. After review, the runner's elbow with the ball was down at the 31-yard line. Therefore, it's 4th down and 1.
The clock will start on the snap. Вот такая забавная история. То есть челлендж попросил Хью Фрис, и в итоге его команда даже потеряла полярда из-за этого челленджа. То есть он, если бы осталось все как есть, ну, короче, кикеру ближе было бы бить без челленджа на полярда. Итак, кто выходит? Команда для панта или для филгола? Так, они выставляют тайтенда, который неужели будет работать сейчас на выносе? Неужели рискуют и хотят заработать один ярд и заработать тачдаун? Так, еще одна проблема, похоже, с количеством игроков на поле. Немного ли игроков на поле у Алабамы? Остановили, не дали сопернику сделать первый даун. Но вопрос, сколько игроков было на поле? Там так активно жестикулировал тренер команды Алабама Кримсон Тайд. Ну да, тачдаун. О, первый даун здесь явно команда Миссисипи не заработала. Если так оно все останется, то полминуты и 70 ярдов Алабаме нужно пройти за полминуты. Это реально. Это реально. Но, бог ты мой, что за матч? Джей Кокер, Ричард Малони, Дерек Хенри. Келвин Ридли, еще один ресивер. Ол Джей Ховард, вот это потенциальный герой этого сумасшедшего противостояния. Ол Мисс не заработал первый даун. Тайден Джереми Лиггинс, 140 килограммов, не пронес мяч. 69 ярдов до эндзоны. Первая работа, Кокер. Пас в край. Да, потому что бежать нельзя, потому что если ты побежишь, даже заработаешь 10 ярдов, это будет ловля, то есть это будет как бы, да, хоть и ярды, но время продолжит свою работу. Время не остановится. Не засчитали эту передачу, потому что находилась нога Ховарда на бровке поля. Остается второй 10. 25 секунд. 69 ярдов до эндзоны. Три линейных, все остальные защищаются против длинного паса у Миссисипи. Линейные, тем не менее, здорово давят. Опять первого дауна нет. Cleared. Двадцать секунд до конца, третий 10. Передачи, конечно, нужны в край, чтобы останавливать время. Но сейчас нужно вообще хоть что-нибудь. И вот пас по центру. Опять нет ловли. Две подряд элементарные ловли не совершают ресивер Алабамы. Ричард Малони. И уже, на самом деле, не впервые сегодня он получает шанс, и этим шансом не пользуется. Малони перед этим матчем, вот за первые две баталии, поймал в этом сезоне всего три мяча на 45 ярдов. В сегодняшнем матче в его сторону бросили уже раз 15. Он поймал 7 мячей на 62 ярда с двумя тачдаунами. 16 секунд, 4 и 10. Этот розыгрыш может стать последним. Но может быть и еще что-нибудь. Опять давление, но у Кокера есть время. Он ищет варианты, бросает в бровку. И все! И вот уже все, 9 секунд до конца. С этим уже не справится Алабама. Это был ее, наверное, четвертый шанс на камбэк, который тоже не был использован. И все-таки Миссисипи Rebels абсолютно фантастическим образом добывают для себя победу против Алабамы. Да, они прерывают домашнюю победную серию Алабамы раз. Они впервые в своей истории выигрывают у Алабамы два матча подряд, два. В принципе, за долгое время мы не видели команды, которые выигрывали бы у Алабамы два матча подряд. И это сделали на выезде Ole Miss Rebels при изначально абсолютно полном статичном стадионе. Но сейчас может праздновать победу своей команды Чет Келли. Со счетом 43-37 этот матч остался за Миссисипи, друзья. Вот такая центральная баталия этого дня. У нас сегодня еще в 10 и в 15.00 еще два сражения этой недели в примерном показе. А на сегодня все. С вами был Игорь Знаменский. Всего доброго. Всем пока.